Это необычно, когда за столом меньше людей, чем публики. С одной стороны, это льстит, это интересно. Асхат. Виталий, да. Асхат. Да. Вообще в этом формате любой в публике, милости просим, ну что ж. Да, рынок становится меньше, свободных мест больше. Свободного места для маневра на рынке. Алина, да, присаживайся. Юль. Не так уж нас мало, на самом деле, просто не все еще здесь. Да. Не, хорошо. Володя, я жду тебя за столом. Да, само собой. Дорогие друзья, позвольте начать этот наш фирменный формат. Я немножко избалован как модератор предыдущими круглыми столами. Это было легко быть их модератором, потому что было, я очень надеюсь, что я на этот счет ошибаюсь, очень легко было быть модератором, когда рынок обсуждает очень драматические инициативы. Прав ли я, думая, что драматизм некоторых из дискуссий, которые наверняка стали бы предметом и станут, наверное, предметом обсуждения на этом круглом столе, категоризация инвесторов и сегрегация несколько спал. Да? Во-первых, заявление Центрального банка об изменении подхода в отношении к категоризации клиентов. Что осталось, я бы хотел, чтобы мы обсудили, осталось важным для того, чтобы обсудить, помимо того, с чем Центральный банк согласился или готов согласиться. Что касается сегрегации, спала ли напряженность по этой теме с учетом некоторой отсрочки, что ли, или рассрочки дискуссии на этот счет. Но давайте обсудим это. Нет? Отлично, если нет. Отлично, если мы здесь воспользуемся возможностью и выскажем свое мнение на этот счет. Что еще? Этот формат ровно для этого и годится, придуман, и всегда срабатывал. Если вы скажете, что важно, Владислав, жду тебя за столом. Что важно еще из того, что забыто, заморозка – это отличная новость, но, может быть, есть что-то, чего мы не хотели бы, чтобы Центральный банк замораживал, а наоборот бы сфокусировался в дальнейшем. И мне показалось, что не так хорошо, как хотелось бы. Можно? Я слишком долго, да? Нет, у меня просто есть тема, если уже это был призыв
обсуждать что-нибудь? Подожди, Володь, это был такой прием, дать возможность людям занять места за этим столом. Надеялся, что вы вытерпите. Я рад, что... Так что, какая тема? Ну, тут как бы традиционно эта конференция, она посвящена дискуссиям по поводу готовящихся регуляций. А мне кажется, в этом году есть хорошая возможность провести такой ретроспективный анализ о том, как прошла история с двумя случившимися, вступившими в этом году, свежими регуляциями. Возможно, по итогам вот тема про заморозку или не заморозку изменений может там в этом месте стать актуальной. Я вот пару моментов хотел бы буквально осветить. Первый – это история с новым маржинальным регулированием. Как бы это касается история, понятное дело, тех клиентов, которые, сори за каламбур, стали последние годы маргинальными на нашем рынке, в общем, поскольку их особо не обсуждают. Последние годы обсуждают розничных инвесторов без вот этой ерунды. Вот. Но тем не менее, история с маржинальным постановлением – это пример того, как обсуждение было организовано правильно, вот, всей вот этой темы. То есть это действительно довольно длинная, такая дискуссия, рабочая там с прикладными специалистами от брокерского бизнеса, с рисковиками, во главе там с Сашей Арефьевым. И в принципе, на мой взгляд, само постановление, к нему вообще нет никаких вопросов, плюс-минус, их нет. Но было сделано, на мой взгляд, одна ошибка и профсообществом, нами как кусочком, который для кого-то из профсообщества за эту историю как-то отвечает. Ошибка была сделана в оценке, сколько времени нужно на эту всю историю. К чести регулятора надо сказать, что эта оценка запрашивалась до того, как все было. И она была названа, исходя из опыта предыдущего, имплементации предыдущего постановления, полгода. Вот. Но, к сожалению, правда жизни оказалась в том, что с момента предыдущего постановления, во-первых, сильно расширился набор бизнес-моделей. То есть, грубо говоря, вот в нашем случае нам пришлось вписывать новую маржиналку не в 15 моделей брокерского применения ее в брокерском бизнесе, как было 5 лет назад, а примерно в 30. Вот. Плюс еще с расширенным списком инструментов. В общем, если бы меня спросили сейчас, я бы сказал, что, ребята, сори, но это год. Вот. Но вывод, на мой взгляд, такой, что диалог надо вести, и когда тебя спрашивают об оценках, подходить к вопросу более основательно. Вот. Это вот пример хорошей истории, на мой взгляд, в смысле отношений с регулятором. Пример не очень хорошей истории – это постановление 684P и 683P. Диалога там особо не получилось, и в финальные тексты принятых и вступивших в силу постановлений попали пункты, которые, я не думаю, что сидящие за этим столом вообще кто-либо читал эти постановления, по крайней мере, из профсообщества. Но я просто хотел бы акцентировать внимание, что в принципе с 1 июля почти у всех, кроме нескольких крупных банков, грубо говоря, в десктопном квике, бизнес ведется незаконно в соответствии с этим постановлением. Потому что туда добавлен был пункт об обязательном использовании усиленной электронной подписи, квалифицированной. Что в переводе на более понятный язык означает обязательное использование ФСБшной сертифицированной криптографии. Все 2 миллиона клиентов, приведенных в мобильные приложения, они этим не пользуются. HFT, стоящие на коллокации у биржи, используют софт биржи, в котором этого нет. Соответственно, по факту, если смотреть с формальной точки зрения, вот абсолютное большинство флоу, которое сейчас идет на русском рынке у брокеров, оно не очень соответствует с 1 июля вот этому постановлению. Мне кажется, эта история, хороший урок, что любые добавления надо все-таки обсуждать с профсообществом, потому что когда текст финальный появился, опубликованный, он вот ровно на этот пункт расходился с тем, что обсуждали ранее. Естественно, это заметили сразу, и все последствия были обрисованы. Поэтому призыв такой. Лучшие практики про обсуждение
надо применять всегда безотносительно того, какие темы, собственно, регулятор описывает вот в своих документах. И мне кажется, что и эта конференция в этом смысле хороший вклад в дискуссию о сроках введения различных правил. Я, кстати говоря, хотел бы приветствовать все более и более продолжительные сроки, которые даются для приведения своей деятельности в соответствии с новыми требованиями для индустрии. Ну, вы заметили, что Центральный банк все более и более лоялен в этом смысле. Они, наверное, по-прежнему недостаточны, но тенденция видна. И это очень важно. Это один из важнейших регулятивных приемов, особенно в условиях вот этой регуляторной горячки, когда ну, больший срок вступления в силу нормативного акта дает возможность вам правильно маневрировать ресурсами в рамках такого периода. Эта дискуссия по поводу категоризации тоже очень важный кейс по поводу того, что нужно найти, может быть, какой-то новый формат взаимодействия, институциализировать его даже, может быть. Давайте подумаем все об этом, да, и среди этого, да, пожелание не бояться давать большие сроки для вступления в силу нормативных актов. Ну, понимаете, мы не боимся давать большие сроки, но тоже ведь мы с вами прожили достаточно бурную жизнь эти 6 лет, да, у нас тоже по-всякому было, бывало, что и сроки вчера, да, а Департамент информационной безопасности, это новый департамент, у него только вот начинался этот процесс, и действительно, с учетом того, что сейчас информационная тема, она очень важна, и риски там очень большие, коллеги реально пришли и сказали вам, что надо по-серьезному этим заняться. Это тоже иногда бывает такая шоковая терапия, что вы тоже встряхнулись, и теперь, хотите вы или нет, вам придется все-таки информационную безопасность подтягивать, потому что с ней не все хорошо. И мы там все-таки, нам удалось на последнем этапе ввести некую пропорциональность в отношении вашего бизнеса, то есть в крупном это действительно сроки короткие, у других компаний это более лайтовый период будет. Но вот информационная безопасность сейчас очень важна, потому что это нас, слава тебе, Господи, не сотрясало нашу отрасль еще пока всякие вещи, когда деньги клиентов, там бумаги или что-то такое утекает, информация об этом. Тьфу-тьфу-тьфу, да? Вот. Но это не означает, что мы должны не уделять внимания безопасности. Мы за. Я еще год назад говорил, что правильная тема, вот эта вся история. Но просто то, как сейчас выглядит текст, отбрасывает индустрию назад, ну, как бы лет ну, на пять. Ну, опять, вот не передергивайте. Ничего никого назад не отбрасывает. И мы уже встречались, и мы организовали вам встречи с Департаментом информационной безопасности, и наиболее острые вопросы представители СРО были, и представители крупного сообщества были на этой встрече, и наиболее болезненные для вас вопросы были обсуждены, и коллеги согласились их отрегулировать на первом этапе путем выпуска информационного письма, насколько я помню. В Науфер это дело Михаила Шабанова, который возглавляет комитет по информационной безопасности. Я бы хотел, чтобы он подхватил эту тему. Здравствуйте. Я хотел дать небольшой комментарий к выступлению Владимира. К сожалению, не все так страшно. Да? Конечно, есть тема, очень серьезная тема, и этим вопросом необходимо будет всем заниматься. Но действительно, вот с учетом первого проекта положения 684-ОП до его окончательного принятия и то, что было опубликовано, изменения произошли существенные. Да, там все равно встречаются какие-то ляпы, но сроки там даны. И те положения, которые вступили уже в силу, они не так страшны. Есть там часть требований, которые вступают в 2020, 2021 и в 2022 году. Это раз. Второй момент. Нам удалось договориться, и действительно дискуссия была, и Центральный банк поддержал эту дискуссию между сообществом профучастников и Департаментом информационной безопасности. И удалось договориться, что на первом этапе действительно, с учетом тех требований, что профучастники будут обеспечивать уровни безопасности минимальный, стандартный, усиленный,
И были даны соответствующие критерии, кто относится и кто должен какой уровень обеспечить. На сегодняшний день, по подсчетам Центрального банка, вот на первом этапе необходимо будет обеспечивать всего 187 компаний попали, профучастники рынка ценных бумаг, 187, которые должны будут обеспечивать стандартный и усиленный уровень. Это серьезно, конечно, но это не все профучастники из 400 действующих, да, остальным нужно будет обеспечивать минимальный уровень. Это не так страшно, вот. Но тема серьезная, и ей необходимо заниматься. То есть Владимир зря думает, что большинство из профучастников нарушает закон? Нет, я уверен в своей позиции, честно. Просто то, что говорит Михаил, это касается другой части этих постановлений. А вот этот пункт, он ну как бы для всех, и он реально не выполняется сейчас на абсолютном большинстве клиентов. Ну потому что его технически невозможно исполнить. Ну вот так получилось. И эту тему, ну, я так понял, будет информационное письмо, мы на него посмотрим, как бы, ну, и, наверное, все отрихтуется. Хорошо, спасибо большое. Кто готов продолжить эту тему, а также любую другую тему, когда Владимир предложил эту, я хотел сказать о том, что, может быть, недостаточно хорошо прозвучала тема, которую я надеялся сфокусировать на первой сессии. Это развитие институциональных инвесторов. И это дело такое же для Науфор, как и дело развития интереса ритейловых розничных инвесторов к фондовому рынку. И, может быть, дело первое. Вообще говоря, в первую очередь институциональные инвесторы должны были бы продемонстрировать к национальному рынку, а затем за ними розничные инвесторы. Здесь много управляющих компаний, чье мнение я бы хотел по этому поводу услышать. Потому что, на мой взгляд, это дело их бизнеса, и что нам следовало бы сделать в этом направлении, я буду вам очень признателен за рассуждение на этот счет. Это должно касаться как не государственных пенсионных фондов, так и паевых инвестиционных фондов. Что с этими индустриями, что нам нужно было бы. Ира, ты уже готова? Да, я буду рад, если ты начнешь. Да. Я просто обозначил эту тему, но давайте начнем с нее, потом вернемся к тем, которые я упоминал раньше. Ну, мне кажется, просто извини, в продолжение того, что начал говорить Владимир, просто еще коротко, мы всегда этот форум используем для того, чтобы напомнить регулятору о просьбе, ну, в общем, как-то чуть бережнее относиться к участникам с точки зрения предписаний и запросов. Поэтому я просто буквально два слова, как рекламная пауза, об этом тоже скажу. В свое время мы обратились к нашему одному из профильных департаментов, и нам поменяли предписания на запросы. Но вот по нашей компании, просто мы собрали статистику, у нас с начала года за 8 месяцев их 56, и 13, то есть это в среднем 7 запросов в месяц, и 13 подразделений Центрального банка благополучно к нам обращаются. Так как здесь у нас сидит именно наш профильный департамент, у меня вот глубокая просьба, пожалуйста, сконцентрируйте на себе все внутренние потоки, будьте для нас вот таким точкой входа, окном входа внутрь регулятора, если это возможно, вот на ближайшие годы, потому что они, конечно, не стандартизированы, и связано это еще, ну извини, просто очень коротко, и перейду сразу к развитию розницы, и это связано еще с той болью, которая есть в контексте XBRL. То есть, ну вот для меня лично, я не знаю, я в принципе, ну там, ну многие знают, я всегда позитив пытаюсь искать, но XBRL это один из таких демотивирующих проектов, которых у меня вот в жизни никогда не было. Потому что когда ты что-то делаешь, и тебе говорят, что ты сделаешь, и тогда у Центрального банка будет 20 тысяч показателей, они к тебе больше не придут, они тебя больше трогать не будут, потому что у них там все где-то, значит, это они сами данные эти смогут делать. И ты бежишь, делаешь. Кстати сказать, просто я хочу по управляющим компаниям тоже, ну, там, может быть, коллеги приведут более четкую статистику. У нас IT меняет вот эти вот коды, которые нам присылают с регулярностью, там, раз в месяц точно. Это полностью вот перепрограммирование. То есть у меня место развития онлайна, часть людей благополучно ушли на развитие розницы, ушли на развитие XBRL. И этого не происходит, то есть все-таки это вот тот проект, который мне все-таки хотелось тоже обозначить, как раз болезненный, который не привел в итоге, наверное, к тому, что первоначально обозначалось.
Ну и, наверное, переходя уже к розницу, просто по открытым паевым инвестиционным фондам, мы считаем и хотим поблагодарить действительно и Науфор, и наш департамент коллективных инвестиций в контексте принятия 156-го федерального закона. Мы очень рады, что регулятор действительно идет навстречу с точки зрения сроков вступления некоторых положений в силу. Я хотела бы подчеркнуть, что та же небольшая, казалось бы, тема по возможности отмены аудиторов в рыночных открытых паевых инвестиционных фондах, где и так ценные бумаги, которые торгуются исключительно на бирже, это для клиентов, ну, фактически экономия на расходах по некоторым фондам, если, ну, в нашем случае мы обязаны были по правилам группы работать с аудиторами из большой четверки, это 700 тысяч миллион. То есть для небольших фондов это вполне себе большой был расход, который ложился на пайщиков, и этого сейчас не будет, это уже хорошо. В то же время все-таки вот ПАИ, и сегодня вот я увидела это и тоже вздрогнула, потому что у нас ПАИ, которые будут выплачивать доход, да, из купонов, из дивидендов, ну, потому что показывал Кирилл Валерьевич, все-таки появится только в 2022 году. Меня всегда это очень, ну, как бы я вздрагиваю, потому что мы не китайцы, мы же не на 50 лет там планируем. Я не знаю, что будет в 2022 году. Там еще что-нибудь регулятор придумает, XBRL 3.0. И, в общем, мы ПАИ так, ну, в общем, непонятно, когда начнем клиентам выплачивать. Ну и последняя тема в контексте розничных, именно открытых паевых инвестиционных фондов. Нам хотелось бы подчеркнуть, что да, развивается индустрия биржевых фондов, но чтобы открытые фонды тоже были конкурентоспособными, нам все-таки нужно задуматься о паях в Т0, о возможности расчета стоимости пая внутри дня. Но фактически вот, делать что угодно, но клиент должен получить свой пай не на следующий день, и уж тем более не через два дня, потому что это просто, ну, нарушение вообще онлайн-логики, а именно, ну, там, условно через два часа, через три часа. И мы просто готовы сделать все, что угодно, подпасть под любой там надзор, пообещать любую, что там, стресс-тестирование, но дайте вот возможность каким-то компаниям пропилотировать вот такие темы, которые действительно интересны для клиентов, чтобы индустрия, которая, ну, абсолютно правильная и нормальная, дальше получила новый виток жизни. Ну и к презентации всего лишь, Лариса Константиновна, я не могу не сказать, я хочу подчеркнуть, что доверительное управление – это важное направление нашей вот жизни. Мне кажется, что индивидуальное доверительное управление развивается, и темпы роста, которые есть на протяжении последних лет, в среднем это порядка 40%, ну там от 30 до 40% по индустрии. Это говорит о том, что у нас растет средний срок нахождения клиентов. Это говорит о том, что клиенты с удовольствием в какие-то булочные ходят регулярно, каждое утро булочку эту покупают и, в принципе, довольны, что не сами дома должны печь пироги. Вот поэтому доверительное управление, в принципе, просто здесь хочется, чтобы тоже где-то эта индустрия не уходила в такую серую зону. Спасибо. Но я вот это выступление Ларисы Константиновны воспринимаю как повод нам собраться и поговорить по этому поводу. Вот проговорить, так ли это на самом деле. Я уверен, что вы еще докрутите эти цифры. Был бы признателен, если бы у нас было больше возможностей проанализировать самим. Я согласен с тем, что то, что было на презентации, не очень красивая картина. Если так, это все равно требует осмысления, и вряд ли мы спорили бы с регулятором по поводу постановки этого как проблемы. А второе, вот заморозка, да, а как же транзитные счета, действительно, да, мы ж не все хотим замораживать. Мы бы хотели, чтобы появилась возможность продажи инвестиционных паев Т0, а значит, нужно отказываться от транзитных счетов. И давайте поговорим об исключениях из общего. Это через гильотину. То есть есть такой огородами ход. Да, и третье, я хотел просто, чтобы Кирилл отреагировал бы, может быть, на слова Ирины по поводу ИИС третьего типа. Мы пока очень осторожно все высказываемся по этому поводу, но я хотел бы убедиться в том, что Кирилл в курсе этой дискуссии и подтвердил бы, по крайней мере, я не очень многого сейчас на этом этапе прошу, я очень надеюсь, что в ноябре мы будем иметь право на более ясное от регулятора высказывание, более детальное на этот счет. Верно ли мы понимаем, что это похоже на то, что мы предлагали, это связано с возможностью открытия своего рода индивидуальных пенсионных
счетов, то есть аналогичных индивидуальным инвестиционным счетам, но разблокируемых по достижении пенсионного возраста. Вот в самом общем, или кивни просто, что ли, как-то я не знаю. Ну, Алексей, да, кивнул, да, слышал. Более того, мы на нашей панели, я несколько слов об этом сказал, на уровне концепции мы готовы это сегодня обсудить. Значит, наверное, концепции в каком-то оформленном виде пока еще нет. Ну, никого не секрет, что сейчас там некая дискуссия, доработка проекта по так называемому гарантированному пенсионному плану. И сегодня и Владимир Викторович тоже об этом сказал, о том, что давайте мы все-таки вот пилот сделаем в рамках пенсионного регулирования в отношении НПФ, но в то же время мы со счетов историю с управляющими компаниями не сбрасываем. И второй момент, про который я сегодня сказал, это момент связан с тем, что мы должны подумать о как должно измениться регулирование деятельности управляющих компаний, которые будут работать с пенсионными средствами в части пруденциальных требований, да, возможно, в части требований к инвестиционной декларации. Ну, вот это, наверное, тот вопрос, который нам с вами нужно будет более детально проработать. Теперь то, что то, о чем сказала Ирина в части запросов, предписаний и так далее. Вот, конечно, так вот навскидку хочется сказать, что регуляторная гильотина, ее надо бы вот еще и туда. Да? Я так смотрю, что Ирина кивает. Да. Но вот мы специально провели там некое упражнение, посмотрели на, собственно, содержание запросов, там, количество, содержание, тематику. В том числе ведь запрос приходит и по жалобам тех клиентов, которых вы обслуживаете. Очевидно, что чем более крупная компания, чем больше у вас розницы, ну, тем больше в обстоятельном выражении у вас будет жалоб, там, я не знаю, обоснованных, необоснованных, ну, как факт. Поэтому это некое бремя, которое, к сожалению, его придется нести, ну, и закладывать себе в косты. Значит, но в целом я бы о чем сказал. У нас есть еще и, наверное, такая тематика, как запросы, связанные с исследованием определенных аспектов деятельности участников рынка. И мне кажется, что здесь у нас есть поле определенное для оптимизации с точки зрения, наверное, упорядочивания циклов вот этих вот запросов, может быть, совместно с другими департаментами, потому что мы все любим проводить какие-то анкетирования, выяснять те или иные аспекты. Но действительно есть смысл подумать. Значит, и по поводу срока вступления в силу изменений 156 закон в части выплаты доходов, там есть, наверное, ну, все, да, все непросто, и действительно, 22-й год, но в 21-м году у нас, вступают в силу те же самые положения, но относительно квальных интервальных фондов, там эта возможность появится чуть раньше. К сожалению, вот очень сложно было сконструировать системно подойти к конструированию порядка заступления в силу, такая была вынужденная мера. В рабочем порядке можем отдельно еще пообсуждать эти нюансы, но вот пока так. И, кстати, мы вели дискуссию, а потом, договорившись, отправили вам запрос по поводу представления в ежедневном режиме выписок из депозитов. Нас бы устроил ваш положительный ответ на тот счет, что нет, не надо их ежедневно представлять в специализированный депозитарий. Мы, насколько понимаю, ждем до сих пор ответа от Кирилла, от вас. Мы же вправе рассчитывать, да, на то, что… Да, вы точно вправе рассчитывать, тем более, что на последнем совете управляющей компании «Науфр» мы обсуждали эту историю. И у всех есть понимание, что, наверное, подход в целом исповедуется правильный, и рынком, и регулятором взгляд единый. Но, наверное, нужно неким образом посмотреть на срок, по истечении которого всем будет комфортно исполнять уже, в принципе, давно существующие требования. Но вот для всех, наверное, в большей степени было неожиданным то, что регулятор все-таки так конкретно начал обращать внимание на применение этой нормы, на трактовку такую. Мы договорились о том, что мы некий вот временной лаг там должны как-то согласовать, выдержать, после чего, вернее, в течение которого у участников рынка будет возможность свои бизнес-процессы подстроить. Угу. Мне показалось, что депозиты вовсе не нужно будет. Про депозиты мы сказали, что да, что эта история исключается. Спасибо большое. Мы просто хотим оформить эти договоренности. Я сейчас Александру Мяцгеру пообещал слово. Слышно или наж? Ага. Забавно, две недели назад я и мои коллеги, вот уральские случаи, принимали участие тоже в формате круглого стола в нашем уральском
в Уральском банке. На самом деле, мне кажется, тогда была интересная такая дискуссия. Значит, и вот как раз тему, которую сейчас Алексей обозначил, она была первой, которая, кажется, так прозвучала. Вопрос прозвучал так: счета из первого типа или второго, точнее А или Б, звучало так. Значит, на это я сказал, что я своим вообще клиентам традиционно продаю одну инвестиционную идею. Смысл инвестирования, на мой взгляд, не в получении дохода. Единственная цель, которую розничному инвестору нужно получать за счет инвестирования, достойно средней старости. Все остальное от лукавого. Значит, поэтому я продаю инвестиционную идею. Значит, нужно вкладывать деньги регулярно, стабильно, для того, чтобы просто в этом, говорится, третьем возрасте, говорится, прожить достойно, уверенно и так далее. Поэтому для меня, конечно, тип Б или второй тип, говорится, он актуален, но я, тем не менее, сказал, что, говорится, категорически был бы против, если бы Центральный банк каким-то образом, или, точнее, Минфин был, да, ведь, говорится, инициатором сэкономить деньги и каким-то образом поджать первый тип инвестиционных счетов. Поэтому я сегодня был вообще настолько, говорится, приятно удивлен, что есть мысль, я ее категорически поддерживаю, что возникла идея сделать из третьего типа, интересно, говорится, патриотично прозвучит, он будет тип В или Си, ЦБ, как думает на этот счет. Вот, на самом деле, видите, в чем дело, я думаю, что я никогда не имел лицензии брокера. Я всегда продавал то, что, на мой взгляд, актуально абсолютному большинству людей, потому что разочарование на фондовом рынке, оно всегда присутствует. Сегодня, говорится, успех, завтра не успех. Вот фондовый рынок никогда не подведет в долгосрочной перспективе. Поэтому долгосрочную перспективу, я думаю, что эту тему надо продавать абсолютно большинству наших граждан. Наше государство, значит, в общем-то, и в прошлом году так подтолкнуло хорошо, сказав, что возраст пенсионный надо увеличиваться на 5 лет, значит, тем самым, говорится, больше заботиться самому о своих накоплениях. Я думаю, что вот большего драйва, чем достойно встретить свою старость, на фондовом рынке вряд ли кто-нибудь может прийти, как наше государство. Поэтому я, честно говоря, за то, чтобы вот эту тему из третьего типа для управляющих, для доверительных управляющих, значит, вот продвигать, и вот это, я думаю, что один из самых, говорится, сильных драйверов на ближайшие годы. Забавно, что критика ЦБ вот как-то даже, говорится, не, на уста не ложится, потому что вот те новеллы, которые уже заложены в федеральном законе, для меня открывает новые возможности. Вот та же самая спорная, на первый взгляд, мысль о том, что я в рамках доверительного управления могу приобретать паи своих же паевых фондов, ну, понятно, спорно, конфликт интересов и так далее, но для меня это открывается новая перспектива. Я на самом деле, как уже говорил, продаю стратегию жизненного цикла. Значит, стратегия жизненного цикла означает, что, говорится, в разные, говорится, горизонты инвестирования ты вкладываешься в различные инвестиционные продукты с различными рисками. В этом случае я могу в рамках своего ДУ для каждого своего инвестора формировать, ну, не хочется говорить структурный продукт, это вот не люблю я это слово, согласен, что это на самом деле не самый лучший, говорится, термин на сегодняшний день, но тем не менее вот эта возможность в рамках ДУ из своих паевых фондов, в первую очередь индексных, формировать такие комплексные стратегии, для меня это было, говорится, на самом деле новая перспектива. То есть еще раз я говорю, что на мой взгляд, конечно, вот выход на проценты 10, 12, 15 процентов, это все-таки не за счет какого-то краткосрочного дохода. Значит, я думаю, и индустрии было бы полезно продвигать мысль о том, что фондовый рынок – это инструмент, который, говорится, позволяет тебе достойно встретить старость. Вот это, мне кажется, было бы, значит, ну, скажем так, и полезно для индустрии, и вообще, говорится, для наших розничных инвесторов. Мне кажется, что из третьего типа это еще и очень сильный драйвер развития именно доверительного управления, такой на границе между пенсионным обеспечением, институциализированным в схеме с участием пенсионного фонда и альтернативы. Нет, более... Совершенно верно, я это как раз имел в виду, что вот это было бы мощно, говорится, вот как сработали вот эти ИИС, говорится, двух типов за последние 2-3 года, я думаю, что это вот мощный был бы стимул для развития ИДУ индивидуального, так и коллективного для паевых фондов. Да, Вадим, прошу тебя. В свете того, о чем сейчас говорится, просто жизнь меня научила. На нашей июльской конференции, вернее, конференции ЦБ,
Я просто с дуру после на круглом столе задал вопрос, а что будет с ЭПК? И вот такое гнетущее молчание установилось среди выступавших тогда спикеров. А потом мне один умный человек говорит, воспитанный в сталинско-брежневском еще духе, говорит: «Вадим, а ты понимаешь жизнь-то?» говорит. «Ты заметил, что Эльвира Сахибзадовна ни слова не упомянула в докладе под названием ИПК, и через месяц ИПК умер. Сегодня господин Чистюхин в докладе не упомянул слово ГПП, но тем не менее, я хочу сказать, что сегодняшнее выступление, но тем не менее и господин Чистюхин, и господин Пронин в хорошем смысле слова меня очень сильно возбудили, как возбудили сегодня всю аудиторию, именно говоря об ИСах третьего типа. Когда мы говорим о том, что это может быть драйвером, давайте будем откровенны. Когда мы начинаем говорить про 3 миллиона, на самом деле это детские сопли. 30 миллионов, как минимум, участников третьего ИИСа могут быть, если ЦБ сумеет вместе с нами, подчеркиваю, вместе с нами, участниками рынка, если не создать такой индивидуальный продукт по типу 401 кейс с налоговыми льготами, с теми преференциями, которые имеет и гражданин, и управляющие этими индивидуальными счетами, то я единственное хочу сразу подчеркнуть, может быть, говоря там о ноябре или прочем, может быть, ЦБ сделает, поскольку это может касаться каждого, сделает реальную рабочую группу, общественную рабочую группу, по примеру, может быть, там рабочих групп при Государственной Думе, при партии «Единая Россия», например, не в суе будет сказано. Так вот, рабочую группу, которая соберет предложения, те возможности в развитии ИИСа третьего типа, и мы, участники рынка, с удовольствием дадим эти предложения, потому что единственное, что хотелось бы понять, иначе нас задушат в планах третьего типа. Регуляторное влияние в каком смысле? Это страшно, подвергать третий ИИС под пенсионный индивидуальный счет. Страшно почему? Я вспоминаю 2008 год моего знакомого в Америке, который сказал, что его пенсионный план упал на 25%, а ему выходить на пенсию. Так вот, либо нам нужно будет создать четкие регуляторные требования со всеми участниками рынка по рискам, по всем инвестиционным вещам, но это действительно станет драйвером рынка, либо все-таки воспитывать сознание, что индивидуальный пенсионный счет может как расти, так и падать в определенные моменты времени. Поэтому я предлагаю, вот, и думаю, все участники, ну если не все, то во всяком случае многие участники управляющих компаний поддержат и брокеры в том, что это должна быть особая, наверное, какая-то рабочая группа, не кулуарная, а такая общественная со всеми предложениями и нюансами. Вадим, концепция уже есть, и она была направлена в Центральный банк и представлена даже Эльвире Сахибзадовне, получил ее какой-то первый комментарий. Есть на чем продолжить эту дискуссию. Да, отличная идея с рабочей группой. И, наверное, да, нужно согласиться с тем, что не любая управляющая компания, какие-то есть требования, которым она должна соответствовать для того, чтобы иметь право вести такие счета. Я считаю очень важным нам подключиться к этой дискуссии уже сейчас вместе с негосударственными пенсионными фондами, потому что это становится нашим общим с ними делом. Во-первых, убедиться в том, что льготы для работодателя и работника достаточно убедительные, ведь речь идет о добровольной теперь схеме, да, как бы она ни называлась, гарантированный ли пенсионный продукт, индивидуальный или пенсионный продукт, неважно. Речь идет, по крайней мере, сейчас, да, о добровольной системе, и значит, ее успех целиком зависит от убедительности налоговых стимулов. И это таким образом наше общее дело с НПФами. И для них, и для нас, для эффективности этой схемы ключевым является убедительность налоговых льгот. А второе, и мы опять союзники с НПФами, это круг инструментов, которые могут быть инвестированы. Есть ощущение, что
они должны быть унифицированы для того и для другого варианта, и для той, и для другой пенсионной схемы. И тогда нас нет, не устраивает то, что разрешено НПФом. Мы хотели бы большего. Стало быть, мы хотели бы большего и для них, и для себя. Мы в вашем распоряжении. Вот зачем эта рабочая группа была бы нужна уже сейчас, да, когда бы, как скоро бы не зашла речь о реализации концепции ИИС третьего типа. Почему ноябрь, 25 ноября приглашаем всех на конференцию НАУФР «Розничный инвестор». Мы надеемся, к этому моменту будут готовы формулировки сразу нескольких инициатив. И по категоризации мы будем готовы обсуждать уже законопроект к этому моменту. Отличный повод его обсудить публично. И по ИИСам второго типа, что мы думаем должно быть улучшено, с чем согласен Центральный банк. ИИСы третьего типа, я надеюсь, что мы будем надеяться на то, что к 25 ноября Центральный банк будет готов рассуждать об этом более детально. Приглашаем вас на эту конференцию в Москву. Тех из вас, кто живет на Урале, приглашаем в Москву. Не все же нам к вам, и вы к нам приезжаете. Можно я брокеров попробую? Или есть что продолжить, да, тогда... Я хочу, во-первых, поддержать своих коллег вот по рынку коллективных инвестиций. Сегодня мы все услышали от Центрального банка такое новое для нас как бы слово «подморозка». Но оно хорошо, наверное, в части регуляторной нагрузки «заморозка», но в части развития рынка, наверное, это вот не очень «заморозка» такое удачное слово. И... Для того, чтобы мы увидели вторую серию мультика, которую сегодня все просмотрели, и мне бы хотелось, чтобы эта вторая серия была более позитивная, чем то, что мы сегодня видели, и пирожки были с другой начинкой, и инвесторы не разбежались в конце концов. Мне кажется, что вот Центральный банк, конечно, как вектор развития рынка и тенденции, которые он задает, все-таки вот хотелось бы, чтобы в плане развития рынка Центральный банк более активизировался. И вот мне кажется, что третий тип ИИС – это очень хорошая направление с одной стороны, а с другой стороны есть где еще работать, потому что вот сегодня, например, я могу сказать, что на панели по рынку коллективных инвестиций обсуждались там и рентные фонды. Так вот, у рентных фондов огромная проблема НДС. Потому что если этот НДС не убрать в этих рентных фондах, эти фонды не привлекательные. И вот это мне... Остановитесь, пожалуйста. Честное слово, остановитесь. Значит, смотрите, инструменты коллективных инвестиций, особенно в недвижимости, во всем мире не платят налог на прибыль, платится распределенный доход, НДС, налог на имущество, все остальные виды налогов везде во всех странах платятся. Не надо смешивать и путать от того, что грамотные люди в самом начале писали у нас по запифам законодательства и действительно сделали закладки, когда не было НДСа, потом, так сказать, закладка была про налог на имущество. Давайте смотреть на развитые рынки, там, где эти рынки занимают триллионы. 1,5 триллиона евро – это у нас с вами Европа, триллион долларов – это Америка. Значит, все налоги, кроме налога на прибыль. Почему? Потому что надо придумать, как объединить разных инвесторов, чтобы всем было выгодно. Все. Екатерина, я с вами соглашусь, потому что это развитые рынки. Но поскольку у нас рынок все-таки не относится еще к развитым рынкам, то должны быть какие-то преференции. Но вы же не хотите, чтобы нас рынок закрыли от того, что это не инструмент, не работа, не инструмент, а просто уход от налогов. Давайте вот туда ходить не будем. В чем я согласен, так это с тем, что заморозка не всего должна касаться. Она вот этих создающих стимулы для развития финансового рынка, его инструментарий, его институтов. Не знаю, может быть, нам какую-то комиссию создать. Слушайте, как много комиссий мы. Дело в том, что каждый законопроект, который делается, он тянет за собой подготовку подзаконных нормативных актов. И все это ложится, вот нескончаемая нагрузка, отраслей-то очень много, да, и все это, и всем нужно, и регистраторам, и депозитариям, и страховым компаниям, и там у нас с вами все время меняются процессы там по
допуску там, по лицензированию. То есть это огромное. И Банк России действительно, я понимаю, почему руководство уже и нас останавливает. Оно говорит о том, что ну, у нас даже невозможно ни юридический департамент, ни Минюст, который все нормативные акты, это уже невозможно каким-то образом переварить. И поэтому такая установка. Конечно, это не значит, что у нас будут все заморозиться. Нет, конечно. Вот, но давайте уже быть честными. Понятно, что вы бы сейчас не хотели, чтобы вам пруденциальные нормативы вводили. Давайте здесь остановимся, да, скажете вы. А вот, вот это вот то, что вам опять на развитие, это нужно. Но это не совсем, мне кажется, такая честная игра, хотя, в принципе, никто не мешает вам собраться, сформулировать предложение, каким-то образом обосновать, что вот какой-то нормативный акт, который вы считаете для отдельной отрасли важным, попросить его включить в приоритетные. Вот, то есть это не мешает. Ну и уж, коль вы все упоминаете доверительное управление, я хочу сказать, что у нас не было никакой вообще там мысли сказать, что мы против доверительного управления. Да, это всегда было элитным направлением деятельности, очень доходным. Вот. Мы сейчас и себя тоже немножко как бы ставим в такую ситуацию. Это же мы разрешили стандартные стратегии, это же мы сами допустили розницу в доверительное управление именно с целью того, чтобы люди, которые совершенно не разбираются в инструментах фондового рынка, они пришли к профессионалу, который за них будет управлять. Мы вам только показали о том, что это не значит, что у всех, но тенденция сейчас есть разная. Кто-то старается действительно управлять, да? Кто-то не старается. Но здесь вы должны собраться. Это вот не наша тема стопроцентная, даже не моего департамента, потому что с точки зрения финансового состояния профессиональных участников все хорошо. Да? Вы стараетесь свои косты переложить на клиента. Вот, с точки зрения вашего финансового состояния все хорошо, но тогда давайте вы будете честны и открыты, вы тогда скажите этому клиенту, что ведь они же сейчас на что падки? На доходность. Вы говорите, до 20% доходности, да? Будет там, до 15% будет. Да? Конечно, люди несведущие, они приходят сюда. Но так раскройте все свои внутренние комиссии. Расскажите ему сразу, что вот это будет действительно, может быть, при определенных условиях и до 20 дойти доходность, но может быть и ноль. А почему? А потому что вот вы вкладываетесь исключительно там, в свои ПИФы, исключительно, вот, и это тоже комиссии, и еще здесь комиссии, и за доверительное управление, хотя его, в общем-то, нет, поскольку вы не управляете, вы просто один раз вложились в стандартный продукт. Вот еще раз, я вам говорила, что мы не будем это критиковать, это не совсем наша тема, это ваша тема, тема вашего внутри. Мне хотелось, чтобы вы ее внутри решили, хорошо это или плохо, или что хорошо, что плохо. Потому что ведь с ИСЖ было то же самое, да, там обещали доходность, а потом все клиенты разочаровались и начались проблемы. Вот не хотелось бы, чтобы у нас клиенты разочаровали и началась волна уже в отношении отрасли доверительного управления. Поэтому мы превентивно вам просто рассказали, что не очень красиво сейчас выглядит. Вот. А вы уж, пожалуйста, соберитесь с отраслью и решите, вот как вот эти моменты этического характера, мне так кажется, да, их все-таки отрегулировать внутри себя. Да, спасибо. Мне кажется, это очень справедливо. Я бы вернулся к брокерам, чтобы потом опять вернуться. Катя, да. Просто про перспективы заговорили. На самом деле у нас 156 ФЗ.
внесли изменения. В нашей стране нет трастового законодательства, персональных трастов передачи по наследству. Те изменения, которые сейчас появились, когда мы можем передавать имущество пайщикам, общедолевую собственность при закрытии фонда, и возможность для писать правила для квалифицированных инвесторов, писать нормальные договора доверительного управления, какие хочет клиент получить, прописывать там все отношения, прописывать фактически корпоративное право. Пожалуйста. Трасты персональные – это огромная индустрия. И мы получили, у нас нет другого законодательства, мы с вами, как управляющие компании, получили сейчас весь этот рынок, эту возможность развивать. И на самом деле то, что сейчас 3 триллиона у нас с вами закрытых фондов, их будет через 5 лет, их будет 16, 18, 20 триллионов. Почему? Потому что если мы сейчас сделаем акцент и будем развивать этот продукт, он реально востребован, он реально нужен, и не надо создавать свои собственные управляющие компании, как делают крупные бенефициары. У нас прозрачно отрегулированный рынок. Все, что сейчас нам дали, это будет просто работать, работать и работать. И с точки зрения закрытых комбинированных фондов, я думаю, у нас колоссальные перспективы, наш рынок будет самый большой. Я думаю, что еще не до конца оценен эффект изменений 156-й закон. И среди прочих вот это вот фундаментальные вещи, там типовые правила, то есть, которые лишали эти свободы регулирования отношений. Это в то же время вызов, конечно. И мы как СРО относимся к этому как к вызову. И я знаю, что вы к этому относитесь как к вызову. Как это сформулировать сейчас, да, не как типовые правила, и нам надо сообща сделать это с тем, чтобы это было в нужной степени гибко, в нужной степени жестко, да, чтобы это сработало, не привело бы нас к разочарованию этого замысла. Мы говорили о том, что у нас достаточно большой временной лаг для подготовки требований к правилам доверительного управления, и мне кажется, мы здесь всегда находимся с вами в диалоге. И еще один важный момент, про который мы уже начали говорить на предыдущей панели, в части согласования правил доверительного управления с Спецдепом. Мы сейчас вместе с рынком готовим внутренний стандарт, где мы должны алгоритм, методологическую основу для спецдепов, для управляющих компаний прописать, иначе у нас, извините, некий бардак будет с января месяца. Поэтому все в наших руках с вами. Абсолютно точно. Я еще раз хочу порадоваться сделанной работе поправкам 156-й закон. К брокерам. Я потом обещаю вернуться опять к индустрии коллективных инвестиций и инвестиционным советникам. А инвестиционные советники могут просто действовать смелее и напоминать о себе активнее. Я вас приглашаю к этому. Я хотел бы просто, чтобы я как-то умиротворяюще высказался, но, может быть, я не имею на это права по поводу брокерской повестки, вопросов сегрегации, вопросов категоризации. Роман, я бы хотел, чтобы ты, Владислав, ну вы как люди, которые мыслите концептуально, Андрей, присоединяйся следом за этим. Скажите, что вы думаете будет предметом обсуждения или что должно быть предметом обсуждения? Что должно было бы быть сделано? Или все отлично, можно просто наслаждаться сделанным в области брокерской индустрии? Давайте я, как бы брокерский бизнес, это только там, не знаю, 20% нашего бизнеса. Хотя по сегментам скажу. Такое овервью рынка, что я думаю. Я бы, конечно, сейчас с ЦБ вообще работать не хотел бы, потому что я считаю, что сейчас такое время, когда ответственность на них гигантская, на регуляторе. И это не просто регулирование рынка. Но я объясню, почему. Я считаю, что сейчас, ну, по крайней мере, для нашей корпорации, как я вижу, там, российский рынок, это совершенно космическое время, чтобы делать, ну, бизнес и чтобы растить финансовый рынок. Несмотря на то, что везде столько там, я не знаю, пессимизма, я его не понимаю на данный момент. Потому что, посмотрите, первое, макроэкономика хорошая. Я не говорю сейчас про рост там ВВП, я говорю про снижение инфляции, про то, что все, что касается fixed income, там, бондов, облигаций, инструментов, это супер ралли, это те инструменты, куда приходят инвесторы. Корпорации размещаются каждую неделю. Совершенно рекордный год, падение ставок, супер сегмент и для внутреннего спроса, и для внешнего. Рынок акций. Рынок акций, несмотря на все санкции, геополитику, индексом 2014 года до сейчас вырос там в два раза. S&P вырос на 60%. У западных инвесторов поменялось отношение частично на то, хорошо или плохо, чтобы компаниями российскими владело государство. Частично это хорошо.
И то, что сейчас дивидендная политика многих корпораций заставляет их платить дивиденды 50%, это тоже совершенный космос с точки зрения инвесторов, потому что раньше наши компании очень редко дивиденды платили, а инвестировали их туда, что не всегда было адекватным там и классным. Поэтому с этой точки зрения спрос есть. И появился все вот это, почему вот эти все темы регулирования-то возникают, ну, как я вижу, появился наконец-то внутренний спрос, о котором говорили. Пошел ритейл, деньги перетекают, люди продукты ищут и так далее. Поэтому на данный момент, вот я считаю, что мы как раз там на второй панели, может быть, не так детально, или время просто не хватило вещи обсудить. То есть что мы видим? Мы видим просто то, что на самом деле объем локального рынка, рынок будет расти. Где-то будет расти, вот, теперь такое счастье, оно будет, ну, не всегда. Понятно, да, что все-таки есть там цикличность, есть там одни регионы растут, одни не растут. И исходя из этого было вот две темы. Я дальше так распространяться не буду про общие вещи. Первая тема была, то сейчас нужно регулировать просто там рост объема этого рынка. Первая тема как раз была категоризация. Я хотел бы еще раз повториться, я не знаю, для меня или для нашего инвестбанка, там одна из критичных вещей, я считаю, что не нужно препятствовать диверсификации. Ее нужно жестко контролировать и так далее. Я считаю, что у нас локальный рынок не готов, чтобы ограничивать любых категорий инвесторов только в инвестирование в локальные имена. Это просто вещи, которые быстро сделать нельзя. Как бы никто ни старался, нельзя увеличить количество инструментов в разы в течение года. Нельзя наполнить рынок содержанием там, в течение года или двух или трех. Поэтому диверсификацию нужно разрешить. Ее нужно контролировать, нужно, как бы мы там этого, не знаю, не переживали, что деньги уходят не в локальный рынок или куда-то, нужно инвесторам обеспечить диверсификацию, потому что когда не суперские времена будут и будет там, не знаю, падение в России, рост где-то в другом месте, нужно, чтобы инвесторы не разочаровались и поэтому, чтобы у них эти истории были сбалансированными. Вот. Исходя из этого, там, понятно, очень радостно было услышать, что там дискуссия продолжается, и можно будет уже детальные предложения по этим темам высказать. Это не обязательно, я говорю, то есть это должен быть широкий круг инструментов в разных странах, в разных валютах, разные активы, и только это и есть нормальная инвестиционная стратегия для любого инвестора, ритейлового, институционального или там, и так далее. Это первое. Второе, это регулирование, ну, что все обсуждалось и вчера, и сегодня на панелях, но тоже, по-моему, недостаточно, это как раз регулирование инструментов. И, например, вещи, когда каждый раз прежде чем кто-то говорит, не знаю, человек говорит структурный продукт, не структурный продукт, почему-то извиняется. Ну, я считаю, что это ерунда полная. Я считаю, что структурные продукты могут инвесторов на рынок привлекать и должны привлекать. Я считаю, что при правильном регулировании структурных продуктов это может быть и обеспеченная пенсия, и это гибкие инструменты, которые позволяют генерить доход и на росте рынка, и на его падении. Просто есть несколько факторов, за которыми нужно следить. Один из них, и это вот мы, о чем мы не успели там обсудить, понятно, что есть наполнение продукта, понятно, что есть там базовые активы, понятно, есть риск потерь, там защита не капитала, или нужно раскрывать, сколько денег можно потерять. Но есть еще очень важная составляющая, о которой все и говорят, когда говорят о структурных продуктах, это miss-sell, который там к разочарованию инвесторов ведет. И я считаю, что один из факторов, который там нужно контролировать и который бы помог, в принципе, этот рынок увеличить, это контроль маржинальности продукта. Потому что сейчас большинство структурных продуктов, которые российскими компаниями запускаются, там ничего нового нет, они продаются везде в мире, самыми топовыми банками. Вопрос просто заключается в том, это жадности российских финансовых институтов. Любой продукт, закатав туда совершенно безумную маржинальность или его неграмотно объяснив, может нанести вред. Но тот же самый продукт при грамотном контроле может рынок сделать глубоким, привести большое количество инвесторов. И поскольку под этими продуктами все-таки андерлайнгами всегда являются базовые активы, акции, облигации, увеличить глубину рынка. Это то, что хотел сказать. Мне кажется, что Роман, когда говорил о диверсификации как для розничных инвесторов, так и для институциональных, это возвращает к моей реплике про то, что нам нужно было бы объединиться с НПФами в обсуждении, к
круга инвестиций, разрешенных для них, стало быть, для наших в будущем пенсионных счетов. Ну, это та же драма, та же проблема, не богатый выбор инструментов, на которые можно было бы рассчитывать в обеспечении замещения зарплаты в будущем, если речь идет о локальных только инструментах. Я боюсь спровоцировать дискуссию еще более антипатриотическую, что ли, с точки зрения, но абсолютно, мне кажется, прагматическую с экономической точки зрения, и ролей финансовых институтов на рынке НПФ тоже должны иметь возможность иметь доступ к более широкому, на мой взгляд, кругу инструментов, чем сейчас. Я понимаю, я сейчас скажу, что я прекрасно понимаю те проблемы, которые находятся в повестке дня Центрального банка в деле регулирования индустрии негосударственных пенсионных фондов, но как только такая возможность у Центрального банка появится, справившись с задачами, которые он решает, мне кажется, нам следовало бы подумать о том, о чем стало быть, не только я говорю. Да, ну, мне кажется, тема такая достаточно, к сожалению, уже избитая, да, относительно расширения инвест-деклараций для пенсионных фондов, для пенсионки в целом. Мы поднимали этот вопрос вместе с пенсионными фондами на МФК, ну и детально пытались оценить для себя, почему, собственно говоря, сегодня те фонды, у которых и стресс-тестирование, размер собственных средств позволяет совершенно спокойно докупать свой инвест-портфель акции, даже самые ликвидные топовые акции, почему они их не покупают. И речь идет там, ну, про крупнейшие фонды. Это внутренняя политика по управлению рисками групп, первое. Второе – это текущая конъюнктура, когда можно хорошо получать приемлемую доходность, заходя в долговые инструменты. Но тогда управляющие компании могли бы продемонстрировать отличную альтернативу, я считаю, имея привычку и вкус к более смелым и разнообразным инвестициям. Это если это правда, если это так, если это дело собственных предпочтений индустрии, то, конечно же, одна или две управляющие компании, которые бы предложили более разнообразную стратегию, могли бы приучить к этому и индустрию негосударственных пенсионных фондов. Это что касается конкуренции, почему это вообще говоря полезно. Но давайте вернемся опять к брокерам. Владислав, могу я попросить тебя предложить повестку дня для брокерского сообщества? Да, конечно. У меня сначала одна небольшая ремарка. Регулятор говорит о том, что ИСЖ потерял доверие в глазах инвесторов, и параллельно регулятор выпускает новость о том, что он хочет страховать ИСЖ, чтобы ИСЖшники могли ставить штампик, гарантированный государством, свою рекламу и продаваться более эффективно. Это в части регуляторного арбитража. Роман бы, может, тоже свой Феникс страховал от своего же банкротства, но вот ему пока не ставят такой штампик, а ИСЖ-шникам будут. Слушай, я вот не знаю, я тебе скажу по-честному. Вот я в инвестмент-банковском бизнесе 25 лет. Я не разочаровался в ИСЖ. Это вопрос, у кого ты покупаешь. Вот у меня есть структурный продукт ИСЖ. Я вам это, ну, говорю, могу показать. Просто он от компании Альянс. Ровно на Евростокс абсолютно это. Я просто понимаю, сколько они зарабатывают. Возможно, это нормально. У меня нет на это все времени, я готов за это заплатить. А у меня, Роман, чудесный продукт, офигенский. Тема не про ИСЖ, у меня про регуляторный арбитраж была ремарка, что продукты одного и того же типа, структурники ИСЖ, могут в России радикально отличаться, в том числе с точки зрения отношения регулятора. Наверное, это не очень правильно. Если я буду перепродавать машины Mercedes, но прежде чем их перепродавать, буду там подрезать провода, и они будут врубаться в стену, у тебя и к этим машинам доверие пропадет. Понимаешь? Продукт Феникс – это только название. Есть автоколлаблс продукты, которые гарантируют защиту капитала. Автоколла – это штука такая, понятно, да? Это была маленькая ремарка, я в основном не о том. Я две темы, старые темы, но вот я думаю, одна взбодрит управляющую компанию, другая – Московскую биржу. То есть первая тема, когда мы говорим о глубине рынка и о том, что все-таки, возможно, в рамках новой системы квалификации круг иностранных инструментов будет даже расширен, но все-таки доступ не к валам и к ETF-ам – это сразу глубокий рынок, это хорошая возможность для диверсификации, все довольны. Условия лучше, чем у BPIF
тарифов, как бы ассортимент значительно больше. И все-таки вот летом госпожа Курица на форуме собирала там некое собрание, вот поговорили, ничем не закончилось. А мы по-прежнему хотим ETF, если честно. Это первый тезис по бизнесу. Второй тезис по бизнесу. Привет Московской бирже и товарищу Швабу из Америки, который комиссии отменил. Надо все-таки активно развивать дополнительные пулы ликвидности, внебиржевые, межброкерские. Вот, думаю, Роман меня поддержит. Больше пулов ликвидности, лучше экзекуция, инвесторы довольны, идут на рынок. И тут призыв, в том числе к региональным брокерам и даже к управляющим компаниям, быть готовым, что такие пулы, несмотря на то, что, безусловно, что Московская биржа будут коррумпировать КВИК и так далее, ну, как бы старая модель, сделать все, чтобы это не запустилось, быть готовы, что это появится, и КВИКу все-таки быть как-то арки лояльнее и к ИСИНам, потому что вот за ними, так или иначе, как показывает практика цивилизованного человечества, будущее. Это вот два тезиса, и еще одна небольшая ремарка по квалам. Ну, по квалам уже, на самом деле, все-все сказали, письма написали, и надзор, как, насколько, вот, как мне кажется, с точки зрения отношения к квалификации, значительно более адекватен, чем блок развития, который считает, что основная задача брокера – раздеть клиента, а потом еще надругаться над голым телом, не факт, что живым. Ну, как бы, вот, надзор в этом плане нас несколько лучше понимает. Просто хотелось бы, чтобы, когда наконец-то появится долгожданная вторая версия ко второму чтению, она не в Думу все-таки сразу забрасывалась, а тоже как-то предварительно обсуждалась, потому что там иногда странные вещи появляются. Спасибо. А можно я пока вы еще горячи и пользуетесь смелыми, сильными словами, я задам вопрос. Он сегодня возникал уже в презентации тоже Ларисы Константиновны. Речь шла о том, что банки приобретают большие конкурентные возможности по сравнению, ну, назовем так, старыми брокерскими домами. Но как вы видите, я хочу воспользоваться вашей сейчас искренностью. Видите ли вы вызов в этом? Как найти место всем? Я понимаю, что трансформация вкладчиков в инвесторов является самым сильным сейчас драйвером развития и конкурентным преимуществом банков. Какие вызовы это ставит перед небанковскими брокерскими домами? Роман, давай с тебя, а потом уж эту дискуссию украсит Влад. Андрей, присоединишься. Сереж, ты, я тоже буду признателен, Володь. Ну, как не тебе все это потом смягчить? Ну, вопрос сложный, я коротко скажу, потому что людей много, все хотят сказать. Первое, там брокерский, не брокерский бизнес. Понятно, что сейчас на самом деле брокеров очень мало, есть финансовые группы, есть разные лицензии, управляющие компании, и банк, и брокер, это все-таки комбинация лицензий. Второе, я там считаю, что раньше было очень большое различие между лицензиями банка и брокера, наверное, брокерам было в чем-то легче управлять, ну, и далее. Я еще год назад давно решили, что вся эта разница уйдет на нет, и самая простая вещь – это просто получить банковскую лицензию. Понятно, что там другие требования по капиталу и так далее, но, по крайней мере, для нашего размера я не вижу, я вообще не понимаю, зачем нужен брокер для групп с определенного размера, потому что нужно просто делать банк. Не обязательно же заниматься розницей там или чем-то. Это первое. Второе, понятно, что значит конкурентное преимущество. Ну, если у кого-то есть клиентская база, это всегда, наверное, конкурентное преимущество. Но что ж теперь делать-то? Недостаточно же просто сконвертировать. У нас еще как-то продукты уметь делать. Ну, поэтому что, надо работать, надо делать лучшие продукты, надо быть быстрее, надо быть технологичнее. И то, что вы там мамонт с гигантской клиентской базой, не означает, что... Не означает, что вы завоюете, ну, гигантскую там монопольную долю рынка в этих вещах, да? Ну, есть же очень много, не знаю, там платформ, у которых много, большое количество клиентов, да? Но все равно качество продукта, качество инвестиционных идей, качество адвайзинга, технологии, ну, хай-тек,
и доступы все равно дело решают, что мы постоянно показываем. То есть продуктовая и сервисная конкуренция, правильно я понимаю? И здесь вопрос о том, чтобы сохранить возможность, в том числе создавать структурные продукты, нужен какой-то гибкий механизм от разделения, как мне кажется, плохих, качественных, некачественных, какой-то не то что запрет одних от других, но более тонкого предложения публике. Но это сложное ноу-хау. Во-первых, тебе, естественно, нужна платформа. Во-вторых, если это диверсифицированные продукты, у тебя должно быть определенное качество тебя самого, потому что, чтобы наладить отношения с правильными администраторами, Citi, Bank of New York, чтобы сделать там bankruptcy remote, платформу, да, чтобы у тебя была дистрибьюция. Но это очень-очень требует очень большого ноу-хау. Да. Во-вторых, это, естественно, риск-менеджмент. Потому что как можно продавать структурный продукт, если ты не можешь контролировать там риски внутри? Это дистрибьюция. То есть это ноу-хау, это очень непростая вещь. Многие могут это делать. Спасибо. Владислав. Безусловно, у банков, особенно у банков, которые я называю неестественные монополии, то есть с огромной клиентской базой, с возможностью нерационально использовать любые ресурсы, создавая компании в робе Сбертека, есть определенные преимущества, с этим не поспоришь. И, на мой взгляд, я согласен с Романом во многом, но несколько более пессимистичен. То есть вот взять вот и победить эти банки просто технологичностью невозможно. Безусловно, эти банки станут основой, куда будут приходить клиенты, многие из них будут совершать и первые, и вторые, и 3001 сделки. Соответственно, задача показывать лучший сервер, развивать дополнительные услуги, которые, в ближайшие, думаю, лет 5 это лучший сервис, а потом, например, тех же самых структурок. Сбер делает отличные структурки, любого уровня, делает для себя, делает для заказчика, опцион Налохова, выпустит опцион Налохова, упакует структуру, структурку и осин за день вы получите. То есть Сбер научился, он может в этом плане практически все. То есть в ближайшие 3, может 5 лет технологичность, у нас больше рынков, у нас единая позиция, мы комбинируем, советуем и так далее. В этом плане Сбер догонит и ВТБ догонит, и безусловно там задача следующих этапов будет встроение в их экосистемы. Где-то мы будем давать то, что они не умеют, там автоследование или какие-то консультации, какие-то другие услуги, но тем не менее, я думаю, неизбежно брокеры будут переходить на некую вот как дополняющий элемент в экосистеме крупных банков. Возможно, в эту самую экосистему устроится и Московская биржа. Сейчас он еще там НРД у них начнет маржиналку давать клиентам. Вообще счастье будет. Возможно, Мосбиржа станет одним из конкурентов этих самых крупных банков. А мы экосистемы составляющие. Что делать? Слушайте, экономию на масштабе никто не отменял. У вас в любой экономике 80% выручки формируют несколько крупных компаний. 20% это типовые продукты, может быть, не такие удобные, может, не такие хорошие, красивые, но они просто дешевые, стандартные. А 20% выручки у вас генерят компании небольшие, но которые готовы подстроиться под клиента, дать ему суперсервис, все, что он хочет, и все за то, что он может заплатить. И почему мы с вами думаем, что у нас как-то по-другому будет? Почему мы считаем, что мы откроем какую-то Америку? Так у нас есть крупные банки, которые держат 80% этого финансового продукта. У нас при этом есть замечательные компании, которые дают услуги, технологии. Но они берут дороже за свои услуги и технологии. Я то же самое сказал. На самом деле далеко не обязательно всегда дороже. Может быть просто удобнее и эффективнее. Потому что маржиналка может по peer-to-peer теме даваться еще как-то. В принципе, то есть, да, я согласен, это выбор ниш. Ниши может быть разные, может быть большая маржинальность, может быть меньшая себестоимость, потому что стандартная услуга не всегда самая дешевая, технологичность иногда позволяет оказывать услугу дешевле. Но суть полностью согласен. Слушайте, вы посмотрите, короткая ремарка, у вас Deutsche Bank стоил 300 миллиардов баксов несколько лет назад, а сейчас его капитализация 15. А компания Revolut, это два студента полутам обученных,
имеют революцию уже. Все. Ребят, но это просто новые технологии. Закончился революцевский. Слушайте, ну о государствлении финансового рынка в нашей стране давайте не говорить о том, что это хорошая такая американская прозападная практика. Давайте все-таки смотреть на то, что нам нужно развивать вообще рыночные компании. Каль, в 8-м году. Уважение 80 на 20, да, но если это конкурентная активная борьба, а если это поддержка государства, извини, совершенно не рыночные методы, тогда, хочется лучше. Можно это? Провосточная практика тоже неплохо. Провосточная. В этом смысле вопрос законопроекта категоризации чуть-чуть было не сломал продуктовую конкуренцию, если бы он, дискуссия, правда, продолжалась в том же духе, это был бы очень сильный удар по конкуренции, по разнообразию инструментов, которые можно было бы предлагать инвесторам. Это вопросы регулятивной политики, то, что мы сейчас обсуждаем, на самом деле очень масштабные вопросы подходов и структуры российского финансового рынка, который нужно чрезвычайно бережно, на мой взгляд, сейчас относиться. Андрей. Володя, какую-то ремарку еще хотел тебе дать? Да, я хотел дать две ремарки. Первое, просто к Владу персонально. Как он жжет за этим столом, все любят. И понятно, что это оживляет. Но я тебя очень прошу, публично и в частной беседе, даже в шутку, не обвинять нашу компанию в коррумпированности. Даже в шутку. Это метафора. Потому что эта история известна многим в этом зале. И, пожалуйста, не надо. Я тут премию «Репутация» получил неожиданно для себя и очень дорожу. Поэтому, не надо. А второе, что я хотел сказать. Те банки, про которых тут сейчас много говорили, 3-4 государственных банка, влили за 2 года в ритейл обычный столько денег. Сколько брокера не вливали, наверное, никогда в этот сегмент. Прям очень много. Не факт, что они их отбили, я не знаю, честно. Но столько брокерская индустрия в ритейл не вливала, по-моему, никогда. Мне кажется, только за это им надо сказать спасибо. А как у них получится, там, заработают они, не заработают, это отдельная история. Создан новый сегмент. Реально он создан. Его не было 3 года назад. Теперь он есть. Всем хорошо, по-моему. В том числе тем самым классическим брокерам, с которых началась эта дискуссия. Они, в том числе их клиенты, теперь в том числе совместно с этими клиентами имеют чуть большие возможности. По-моему, все нормально развивается сейчас. Просто все сегментировались немножко по клиентской базе. Да, Володя немножко сорвал с уст фразу, что действительно банки стали адвокатами рынка, которые продвигают его среди того населения, которое до этого не знало и как раз помогают, в общем-то. Ладно, я попробую чуть-чуть с этой острой дискуссии уйти обратно в то, что пошли. Я сначала хотел пойти сначала, и, наверное, так и пойму, Володя начал вообще с темы про сроки. Я вообще уйду в обратное, в самое начало. У нас в Науфоре есть такая группа, ее возглавляет Андрей Звездочкин, по регуляторной нагрузке. Я не знаю, есть ли она до сих пор, но мне кажется, что есть. Но она просто латентно собирается, скажем так. И там было ряд неплохих идей, которые я, в общем-то, хотел сейчас вспомнить, которых мы, мне кажется, забыли немножечко. Про сроки у нас была любопытная дискуссия в свое время, что почему с маржиналкой так получилось. Я не знаю, все ли помнят, как это выглядело, но это выглядело так. Нас действительно спросили, мы сказали, не 6 месяцев, нас Банк России отыгрывал на 6 месяцев, мы говорили 9. Мы попросили, получили себе 9 месяцев, а затем получили Минюст, который мило эти 9 месяцев нам сожрал, и стало 4. И я помню дискуссию с Банком России на тему того, коллеги, а давайте поменяем срок и напишем снова. И мне было сказано, Андрей, это сложно, да. И предложение-то очень простое у нас было. Мы понимаем, что против этого выступает в Банке России юрдеп. Давайте еще раз эту тему сделаем, потому что очевидно, совершенно правильная логика была бы, это давать нам 9 месяцев не с момента, когда мы договорились с вами, а с момента, когда все-таки документ вступил в силу. Еще раз, я допускаю, что это сейчас вы скажете невозможно, но давайте попробуем, это сильно помогло бы. И фразы, что мы опубликовали заранее, потом наверняка ничего не поменяется, не работают. Володя сидит, он может сказать эту историю. Мы обсуждали сентябрьскую версию, но когда можно было реально начать работать? Это как предложение.
Вторая история, затем была Ира, которая сказала про запросы, и Кирилл откомментировал эту тему касательно того, чтобы изучили запросы о том, какие там вещи. Вот. Мы помедитировали на эту тему вместе с коллегами в рамках этой группы, и у нас было революционное предложение. Оно, может, не революционное, может, оно и дурацкое, и Банк России скажет, что это бред, но на самом деле на что мы больше тратим время? Больше всего времени тратим на то, что мы готовим эти документы по списку, который задан Банком России. Вот подбираем их, подбираем, даем и так далее. Вот, безусловно, избавиться от жалобы невозможно, но можно сделать другой механизм. Можно, получив жалобу, эту жалобу переслать нам. Мы с клиентом разбираемся, отправляем ответ вам. И если не разобрались до конца, вмешивайтесь вы. Я думаю, в 80% случаев, по крайней мере, наш опыт показывает общение с клиентами, мы сможем снять эту историю, связанную с потоками. Просто это потоки. Это, ну, опять же, некоторых здесь департаментов нет, но мы оценивали сами, у нас поток вырос кратно за прошлый год по сравнению с тем, что было. Мне кажется, это тоже полезная история была бы. Следующая тема, которая поднималась, касалась отчетности. И по этой теме тоже помедитировали. Это у меня такое объявление. Я всех, кто заинтересован в этой истории, приглашаю. Мы с коллегами из Науфора договорились попробовать на следующей неделе и через неделю в рамках вот этого вот начавшегося процесса по регуляторной гильотине собрать группу для начала по одной из наиболее острых для нас форм, 416, по которой мы чувствуем себя немножко идиотами. Потому что каждый раз у нас одно и то же. Мы отвечаем Банку России: ребят, ну нет здесь рыночной цены, нет здесь номинальной цены. А нам тверские ребята отправили, присылали, укажите, опишите, разъясните. Мы говорим: да не надо, зачем вам? Нет, надо. Причем мы понимаем, что это автоматика. Ну, понимаешь, ну зачем? И самое интересное, что вроде бы даже коллеги из департамента статистики, которые потребляют эту историю, насколько я понял, в рамках регуляторной гильотины, готовы на это обсуждение. Поэтому приглашаю всех в этом поучаствовать. Мне кажется, в этом будет плюс. Следующая тема не поднималась сегодня ни разу, она, мне кажется, достаточно интересная. В контексте регнагрузки звучит, использует аббревиатуру с 4 букв КАП. Для меня она выглядит немножко странной. Я не знаю, оценивали ли вы, коллеги, но Банк России точно оценивал, какое количество дел об административных правонарушений заканчивается малозначительностью. Огромное, очень много. Спасибо Банку России, это разумно. Это разумно, потому что там большая часть бреда. Вот. Вопрос. А зачем на этом тратить время? Почему нельзя подумать? Я на последней регуляторной гильотине было обсуждение, давайте вставим туда предупреждение, как санкцию. Можем, можем вставить. Но это не избавит нас от вот этой вот фантастически нужной работы. На протокол подготовили, составил Банк России, мы прислали материалы, возражения, после этого. Все равно мало значит, все это понимают, но мы отрабатываем это. И я помню свой разговор с ребятами из Банка России, которые: Андрей, мы бы рады, но мы не можем. Мы не можем не возбудиться по этой истории. И дальше какие-нибудь, ну, истории, не знаю, там, условно, из личного кабинета подвисло, ушло не в 23.59, а в 001. Я условно говорю. Зачем? Зачем все это нужно и кому? Ну, вот какой в этом смысл? Поэтому я предложил бы на эту тему поработать. Мне кажется, в рамках реформы КАПа это хорошая история. Потому что я до сих пор не понимаю, почему в некоторых индустриях, а-ля правила дорожного движения, можно такую историю ввести, а в нашей нельзя. Мне кажется, можно. И я бы эту историю предложил бы поделать. Дальше Рома говорил про регулирование инструментов. Мне кажется, тема крутая, вообще самая, одна из самых важных. Я, когда у нас была сессия, озвучивал мысль по поводу того, что вообще все, что происходит сейчас, происходит так. Мы боимся давать инструменты нашим клиентам. Это касается и акций, это касается и структурных продуктов. И так далее. Предложение очень простое. Давайте подумаем от обратного. Что нужно сделать, чтобы не бояться? У нас было несколько предложений. Вот, ну, я не знаю, там Рома Горюнов может прокомментирует это, а не нет. Но было предложение очень простое. А может быть, например, для того, чтобы не бояться те же акции проводить через комитет по листингу, чуть изменить раскрытие и давать инвестору не только информацию о том, какой объем торгов, какая цена, а давать еще внутри структурированную информацию. Например, ну, мы это называли для себя светофором, то есть, условно, там красная зона, это значит, что там два человека торгуют этим, и, соответственно, ну, бумага торгуется, да пожалуйста, но она просто красная зона, но она доступна. Может быть, это пообсуждать. Если мы говорим о структурных продуктах, ровно такая же история. У нас есть разные виды структурных продуктов. Не стоит их под одну, ну, одинаково трактовать. Сейчас есть проект Науфор по предложению по стандарту. Давайте все над этим проектом подумаем, помедитируем. В нем есть много неплохого написанного. И там, соответственно, благодаря этому продукту, проекту можно начать предлагать нормальные структурные продукты, выведя их из серой зоны, когда нам всем кажется, что нет, структурный продукт заведом что-то плохое. И у меня есть еще одно предложение, такое, оно мало кого, наверное, волнует здесь, волнует только тех, у кого есть клиенты крупные с евробандами. У меня есть предложение поменять
применять 1065 ПЗН в контексте инициативы Романа Юрьевича Горюнова допускать побольше евробондов. Чем больше будет евробондов допущено к торгам, тем больше количество евробондов у нас будет приводить к налоговым последствиям для клиентов. Потому что сейчас этих налоговых последствий нет, а после этого они будут. Но это так, к тому, что надо все равно поменять. Спасибо большое. Спасибо. Володя, да? Могу я тебе, Сергей? Ну, мне как-то, да, надо откомментировать. Впервые в одной фразе я услышал, что большие неэффективные, и в этом преимущество. Тоже интересно. Возвращаясь к вопросу брокер, банк, совмещение либо раздельно, вот я с Романом соглашусь, тут, в принципе, большой разницы нет. Да, то есть вопрос, откуда бизнес рос, да, сначала были брокера, создавали группу, нужен был банк, получали банковскую лицензию. Соответственно, были банки, которые решали в отдельную юридическую структуру выделять брокера, либо внутрь брать лицензию. И тот и другой подход имеет право на жизнь, тем более, что мы видим, что сейчас технологии, ну, позволяют вот эти вот несовершенства различных юрлиц по клиентскому пути легко решать. Что, как бы, главное, да, я вот это на панели затронул тему, но и считаю, что это действительно важно, и то, что Рома тоже упомянул, что рынок действительно будет расти. Он будет расти просто по тому, что он, мы очень видим низкую базу, да, то есть индустрия развивалась, долго боролась за клиента, но вот сейчас очередное окно открывается, да, то есть инвесторы идут и сами ищут продукты. Наша ответственность – это дать инструменты и действительно ответственность регулятора не стараться в порыве, а вдруг что-то выйдет не то, на всякий случай прикрутить вентиль, да, там, и запретить побольше, да, чтобы когда наступит какое-то охлаждение, мы скажем, ну ладно, взорвалось, но хотя бы туда, как бы в эту воронку налилось не подавляющее большинство населения. Наверное, имеет смысл, вот Владимир Четюхин упоминал, системно как-то подойти к этому вопросу, сказать, что, во-первых, это благо, а во-вторых, сделать так, чтобы клиенты заходили, они все равно будут идти, ну, то есть будут искать доходность, но заходили, скажем, без большого опасения и костов для индустрии. Ну, то есть раскрытие общих костов – это, мне кажется, вот один из таких понятных шагов, да, где клиент понимает, вот две цифры большие, да, допустим, ожидаемая доходность, даже неважно, она исторически, не исторически посчитана, и вот общий кост. Да, ну, то есть клиент уже может взвести две цифры и сопоставить. Ну, если, грубо говоря, кост съедает больше 50% от ожидаемой доходности, ну, наверное, уже как бы выглядит совсем неинтересно. Да? Если все это будут делать, это уже некий такой большой, крупная такая сетка, фильтр для того, чтобы не вводить клиента там одной цифрой ожидаемой доходности в какое-то ожидание, да, что именно так оно и случится. Вот, как мне кажется, основная история, ну, больших страхов. Хорошо, что я вот говорю, что регулятор много сделал на пути того, чтобы индустрия сейчас вот это окно возможностей могла использовать качественно. Безусловно, идеально никогда не бывает, да, то есть это всегда рука об руку. Диалог есть, да, ну, бывают какие-то ошибки, где коммуникация ломается, где вот с квалификацией, да, мы там долго обсуждали, там в итоге ищем компромисс, наверное, его найдем, расходилась дискуссия, опять сходилась, да, там множество было категорий, да, там оговорка про 50 тысяч, про бабушку, которая может там это проиграть, про экзамен или тест. Я думаю, что компромисс можно найти, сделать, главное, удобно. Ну, то есть вот, когда массовый клиент заходит, должно быть реально просто и удобно. Если будет сделано так, что не просто и неудобно, будет уходить куда-то, все равно выдавливаться клиент там, где просто и удобно, но, может быть, ненадежно и не так хорошо, как обещают. Вот. Тренд, мне кажется, хороший, мы увидим рост, и я надеюсь, что действительно из этого окна возможностей мы выйдем уже на какой-то новый
виток развития рынка. С 401 кей, то, что там или третий ИИС, коллеги упоминали, вот не помешала бы действительно системность. Ну, я, конечно, понимаю, что много зависит от государства. Оно вроде бы как бы уже намекает, что, ребят, пенсии не будет. Но вроде еще как-то так вот лайтово намекает. Ну, вроде сказать сразу как-то жестко, сказать, что 100 лет, как бы, да, ну, для тех, кто доживет, да, потихоньку сдвинем, да, ну и только социальный уровень, да, к тому моменту. Ну, то есть забирает потихонечку деньги, да, вот из накопительной системы. То есть, наверное, было бы честно, да, проработать этот вопрос и сказать, ну, ребят, вот есть некоторые социальные пенсии по инвалидности, там минимум, чтобы вы с голоду не умерли, да, все остальное мы даем вам стимулы для того, чтобы этим заниматься. Ну, даем вам, даем работодателю, даем, в общем, правила игры для всей индустрии, которая на этом фундаменте может построить для вас нормальный сервис, чтобы вы, достигнув пенсионного возраста, могли этим воспользоваться. Но и не только, когда этот возраст наступит, когда и если, да, но и жизненный цикл прописать. Вот чем хорош там 401, да, он, помимо всего прочего, оттуда можно забирать деньги. То есть индустрия работает целостно. Я вот тоже на каком-то форуме это озвучивал. Ведь что получается? Чаще всего клиенту нужны деньги в самый неподходящий момент, когда ему эти деньги никто не хочет давать. Да? Ну, то есть, вот случилась какая-то жизненная ситуация, там, по здоровью, еще почему-то, да, клиенту нужны деньги, но у него уже есть счет, да, который он копил, и у него есть ковенанта, что он должен либо с ним что-то случиться, либо пенсионного возраста достигнуть. И это неправильно, это лочит эти деньги неправильным образом. Если он туда их вносил, копил, и как бы есть сумма, которой он может воспользоваться, да, то идти в банк и под большие грабительские проценты получать там просто потому, что у него плохое финансовое сейчас состояние кредита, это значит вгонять его, опять же, в финансовую неправильную историю. Нужно в первую очередь дать ему возможность воспользоваться своими же деньгами. Да, пусть он при этом заплатит налог, который сэкономил там его работодатель или он сам, когда он туда вносил. И на этом растет вся индустрия сразу. Банки сразу приходят, говорят, понимаем, у тебя есть обеспечение, что ж ты будешь выдергивать, как в Штатах, да? Мы тебе лучше дадим как бы сейчас по нормальной ставке обеспеченный кредит. И вот это все растет нормальным образом, рыночным образом развивается. И из третьего типа это вроде компромисс, может быть, на нем как пилот, да, было бы хорошо, но системно было бы вообще здорово. Я, можно, как Екатерина, экспертом, она выступает всегда по закрытым пифам, в 401K два раза можно взять, вернее, не два раза, а в двух случаях можно взять самому себе кредит. Это на покупку жилья и на образование. Вот две составляющие, которые государство как бы дает возможность через 401K сделать. Почему? Жилье – это улучшение качества жизни в будущем, образование – это улучшение зарплат теоретически, которое даст больше денег тебе в накопительный пенсионный фонд. Ну, почему бы нам не быть лучше, чем 401K? За. Да нет, продолжение... Мы говорим, давайте рабочую группу попытаемся вместе сделать этот лучший продукт. Есть же другие, в принципе, примеры. Есть там суперэннюэйшн в Австралии, есть южноафриканский, есть израильский, где есть медицина и так далее. Можем продолжить. Но это, опять же, в рамках рабгруппы можем все обсудить. Да. Сергея Рыбакова, хочу. Ты подхватишь дискуссию? Ну, в принципе, уже почти все обсудили. Хочу еще раз высказать спасибо Банку России за то, что объявила регуляторные заморозки. Для меня это очень актуально, особенно при сопоставлении двух вещей. Это все-таки будущие изменения квалификации и потенциальные изменения, ну, сегрегация банковских счетов. Если бы это прям наложилось одно и другое в 2020 году, то мне как брокеру и банку, ну, было бы очень больно на целый год. Вот. Ну, особенно с учетом того, что одним из сильных конкурентных преимуществ Альфы всегда была очень мгновенная скорость движения денег, накопительный счет, брокерский счет 2 секунды,
И тема сегрегации при определенной ее реализации может это очень-очень сильно ухудшить. Поэтому очень здорово, что будет еще время подумать и пообщаться. Вот. Ну и еще очень маленькое пожелание от 50-летнего мужчины, недавно, значит, прошедшим через развод. А когда будете думать по поводу третьего типа ИИСа, предлагаю подумать над тем, чтобы имущество, находящееся на этом ИИСе и предрасположенное для, значит, пенсии, не попадало в имущество при разводе. Уверяю вас, что очень большого количества обеспеченных мужчин это вызовет очень большой интерес. Спасибо. Ближе к людям надо быть, да. Вась, ты, да, Коля рядом. Я просто хотел бы, чтобы вы поучаствовали. Работает. Коллеги, добрый день, добрый вечер уже. Да, сегодня, конечно, день был такой очень бурный и насыщенный, и, наверное, сейчас уже тяжело быть оригинальным с точки зрения того, что там предложить что-то новое из того, что обсуждалось. И поэтому я, наверное, просто подчеркну то, что, на мой взгляд, является важным и чему следует уделить все-таки внимание. Ну вот про заморозку, о которой говорил сегодня регулятор, это, конечно, наверное, всем стало чуть легче, но опять же, как это будет реализовано, всем, наверное, интересно. Но тем не менее, на мой взгляд, есть области, в которых нельзя замораживать ничего, а наоборот, надо дальше двигаться и развивать их. И прежде всего, наверное, стоит отметить та область, которая касается наличия инструментов для инвестирования на российском рынке. Об этом сегодня уже говорилось, и, наверное, все-таки стоит еще раз подчеркнуть, что их очень мало. Да, поэтому вот те выступления, которые касались регулирования каких-то структурных инструментов, доступных для инвестирования инвесторам, регулирования инструментов, которые дают возможность диверсифицировать портфель не только внутри России, но и за ее пределами, и тем самым давая больше, скажем так, возможностей российским брокерам обслуживать своих клиентов и не терять их в пользу иностранных брокеров, что сегодня тоже уже звучало. Я считаю это очень важным аспектом деятельности регулятора, и здесь, мне кажется, нельзя применять никакую заморозку, а наоборот двигаться достаточно, скажем так, быстрыми темпами вперед. Ну и, конечно же, тот аспект, что те инициативы, которые регулятор вводит, они, конечно, должны обсуждаться с рынком, и иначе может получиться, скажем так, не совсем, скажем так, иначе могут быть те решения, которые для рынка либо очень тяжело воплотить, либо они могут, скажем, наоборот, быть в ущерб движению вперед. На этом все. Спасибо. Спасибо, Коль. Как это было? Как это делать? Все, а, да. Добрый вечер. Вот к концу дня чувствуется, проснулись участники. Спасибо большое, Алексей, за возможность выступить. И спасибо всем собравшимся. Хотел, вот я не знаю, у кого-то, у меня, у нас есть тема, которая, по-моему, еще сегодня не раскрывалась. Это, ну, вот все, что касается digital. Потому что вот с удовольствием ежегодно общаемся с нашими коллегами, скажем так, из профильных департаментов ЦБ, но есть ЦБ и другие департаменты, которые, к сожалению, гораздо сложнее достучаться и представить, которых мы ни разу на конференциях не видели. Ну, надеюсь, когда-нибудь увидим. Это вот, например, финтеховские департаменты, да, они, мне периодически кажется, весь финтех на небанковском финансовом рынке силами Екатерины Андреевой осуществляется, потому что вот в ЦБ под финтехом понимают исключительно банковское сообщество и все пилотные проекты и все, что там вот связано, да, с какими-то инициативами. В этом смысле они, ну, как-то на банки
сориентированы, и про профучастников они знать не знают. А нам бы тоже хотелось в этом участвовать. И мы отнюдь не менее технологичны, чем банки. Это какой-то миф такой, мне кажется, что там банки более технологичные и тоже много чего умеем. Потому что там, ну, есть ряд вопросов, они назрели. Мне кажется, вот тот задел, который был дан, там 115 ФЗ, упрощенная идентификация, он как-то немножко тоже, ну, вот, почти исчерпан. Я не знаю, вот как там у других, может, нам так не везет. Вот у нас там тот же СМЭФ падает регулярно и перестает идентифицировать. СМЭФ падает, потому что падают сервера у милиционеров. Извините, да, ну да? И тебе никакой департамент, никакого Банка России это не починит. Но зато департамент ЦБ мог бы, например, вместе с нами обсудить вопрос предоставления расширенного перечня сведений из ЕСЕ, которому несколько Коль, лет этот вот вопрос был вынесен, обсуждаем. Ну, как бы, ты можешь, давай тебе обновлю немножко. У нас эта ситуация, мы ее уже проходили, этот вопрос был вынесен на голосование комиссии под руководством господина Медведева, да, и снят с голосования по неразъясненным нам причинам, есть? Потому что существуют глобальные, скажем так, центробежные силы, которые мешают даже Банку России, даже за подписью Скоробогатовой, провести это решение. Потому что если дадут нам, значит, дадут всем. Они нам это, всем пусть дадут нам. Это даже не вопрос департамента любого Банка России, понимаешь? Понимаю. И тем не менее, ну вот у нас есть такие вопросы, в том числе там вопросы там, оплаты электронными деньгами и так далее. Поэтому, ну, все это есть на повестке. Коль, я тебе предлагаю сделать следующим образом. Вы составьте, пожалуйста, список ваших пожеланий, потому что мне, вот честно, мне кажется, не очень адресно адресовать это профильному департаменту, о котором ты говоришь, это который вот занимается биометрией, вот всеми этими делами, да? Мне кажется, это все-таки не совсем к ним. Вот если мы начнем спрашивать про кошельки, они меня спросят, как я себя чувствую, потому что это вопрос, ну, к ведомству Полупанова бывшему, а не к ним. Давай Хорошо. Ты составишь список вопросов, и мы с тобой да? поговорим, ладно? Хорошо, ну, да, я рад, же, что... Я бы с удовольствием расширяла... Моя тема вызвала такой живой отклик. Заставил обратить на себя внимание Екатерина. У меня, кстати, точно. Есть комментарий на тему того, что ассоциация финтех не является банковской. Он вообще нет, я имел в виду. Там 15 миллионов в год, это там, как бы, ну, в общем, не вопрос. Нет, я не могу. Можешь на равных со Сбербанком блокчейн обсуждать. Ну, мы поставили кейс по выполнению. Знаете, Владимир, мы поставили 2 года назад через ассоциацию финтех кейс по пополнению брокерских счетов через систему быстрых платежей бесплатно. Видимо, на личном СРО обаянии. И... Я не знаю. Ну вот. Желание. Организация, вот этот проект по системе быстрых платежей по инициативе СРО зашла, и через финтех она была сделана. То, что касается блокчейна, который инициировал Сбербанк и еще, по-моему, кто-то из крупных банков в части закладных, этот проект тоже реализован. И это вообще новая, конечно, ассоциация, это действительно не Банк России. Вот. Но ребята там очень толковые сидят. Может быть, туда сложно пробиться, но мне кажется, здесь вот именно организационно надо решить вопрос, и саморегулируемая организация может здесь взять на себя эту функцию. Если вы будете давать предложения и проведете у себя какую-то отсечку по важности и срочности этих предложений, их можно, конечно, запускать туда. Но вот, кстати, то, что касается блокчейна и закладных, нам удалось тоже не с первого раза, мы тоже не могли до них достучаться, как департамент, они там что-то делали, нам удалось все-таки в какой-то момент их обратить их внимание, что это должно все-таки с учетной системой как-то гармонировать, потому что они там в облаках летали. Вот. И в конце концов даже мы нашли в этом определенную пользу, мы часть надзорных функций туда инкорпорировали и в будущем, то, что запрашивали
спрашивается в части проверки депозитарной учетной системы, надеемся получать эту информацию с помощью вот этой технологии. Так что здесь вот я соглашусь, здесь вам действительно надо просто не здесь вот точечно какие-то идеи, а вот именно направить в саморегулируемую организацию и провести вместе, там, я не знаю, какой-то комитет, где вы отберете те проекты, и дальше будем вместе двигать, если они достойны, эти проекты внимания, двигать через ассоциацию финтех. Роман, могу я попросить тебя, может быть, вернуться к повестке дня, точнее, повестке дня следующего года, этот год завершается. Что будет, что на твой взгляд важно и на чем следовало бы нам всем вместе с регулятором сфокусироваться? Ну, давай все-таки ремарка сквалов. Я, честно говоря, не разделяю твоего умиротворения и вот такого спокойствия. Просто на дворе там 20-е числа октября, мы все знаем KPI профильного для этого закона, принятие его до конца года, с учетом того, что мы сейчас тут обсуждаем в качестве некое выступление в кулуарах Сергея Анатольевича Швецова, не видя ничего вообще написанного, у меня есть ощущение, что либо это превратится в какую-то там гонку за три ночи написания текста, либо опять будет какая-то непонятная история, когда выкатят текст и скажут, все, вот мы его принимаем. Поэтому я бы, честно говоря, как-то не расслаблялся по этому поводу, потому что есть ощущение, что это в системное обсуждение может не получиться его. Я бы все-таки как-то... здесь нет вообще, правда, к кому обратиться в очередной раз все-таки до того, как текст будет внесен, его пообсуждать с индустрией уже содержательно, в каком-то правильном формате, как уже много раз было. Поэтому я бы все-таки в этой части посмотрел. Что касается... взяли некоторую статистику, посмотрели с рядом брокеров. Просто чтобы очень странные всякие цифры появляются иногда в дискуссии в этой. В частности, что касается инструментов, по там основным участникам мы посмотрели, в той концепции, которая предыдущая обсуждалась, для инвесторов стало бы недоступно примерно 75% из тех инструментов, которыми они реально сейчас торгуют. Почему, собственно говоря, индустрия так серьезно выступила, потому что на самом деле касалось ограничений большего числа инструментов, которыми сейчас люди реально пользуются, инвесторы. Да. И касалось это по разным брокерам разные цифры, от 5 до 40% клиентов, которые сейчас пользуются большим кругом инструментов, чем предполагалось разрешить. Поэтому на самом деле масштаб влияния на индустрию, он колоссальный, этого закона. Второе, мне кажется, что если мы вчера вечером договорились о том, что закон о сегрегации не станет вторым законом про квалов, и мы его пообсуждаем содержательно до того, как он будет внесен, я считаю, что мы не зря приехали в Екатеринбург, потому что у меня ощущение, что никто здесь из индустрии вообще не представляет, что же это за закон такой, и то мы про банки говорим, то не про банки. Слово сегрегация используется, но никто до конца не может понять, а что же имеется в виду, зачем, что и как собираются регулировать. Поэтому я бы все-таки, поскольку здесь как раз есть коллеги, которые могут содержательно по этому поводу ответить, я надеюсь, что мы договорились, что мы это пообсуждаем содержательно до того, как закон появится. Третье, мне кажется, что революция, которая произошла на рынке Соединенных Штатов, мы как-то очень странно, индустрия как бы это не замечает, но в общем отмена брокерской комиссии в Соединенных Штатах рано или поздно до нас докатится. И я уверен, что, собственно говоря, нам пока повезло, потому что это касается только клиентов Соединенных Штатов и Индии почему-то. Но, в общем, я думаю, что в недалеком будущем это коснется всю индустрию. Мы почему-то, как индустрия, в принципе, не обсуждаем эту тему. И, кстати, вопрос о сегрегации, он тоже крайне важен, потому что, это напрямую затронет все бизнес-модели брокеров.
если в каком, ну, в том или ином виде, если она появится, и как это стратегически отразится на индустрии, непонятно. Ну, с учетом вот тренда к отмене брокерской комиссии, я думаю, что это может быть больно для всех. И, честно говоря, мне кажется, что неплохо было бы содержательно на эту тему подумать, потому что пока все как-то, в общем, расслаблены. Ну, тем не менее, мне кажется, это важно. Ну, про ETF Влад сказал. Единственное, что я бы сказал, что там есть проблемы не только для физиков, но и, например, для пенсионных фондов, потому что там тоже есть регулирование, которое позволяет определенные ETF покупать, но почему-то очень странным образом какой-то список есть. Ну вот почему, по каким принципам он формировался, не до конца понятно, ну то есть как бы там не открытый, а он прям перечисленный список. Вот, на уровне регулирования написан. Ну, честно говоря, хотелось бы тоже это пообсуждать, потому что там даже не критерии, а просто конкретные ETF написаны, что в них можно, почему в остальные нельзя, не до конца понятно. Вот, поэтому это тоже вопрос важный. Ну, собственно говоря, из того, что, на мой взгляд, должно волновать, ну, то есть то, что обсуждается, и, наверное, индустрия должна как-то тоже додумать тему, ну, прошлогодней истории с закрытием клиентов на срочном рынке и вообще, в принципе, поведение во взаимоотношениях с клиентами в низколиквидные периоды времени, ну, тема, которая сейчас обсуждается, и, наверное, ну, когда-то она должна вылиться в какие-то решения, там, должны срабатывать стопы, не должны срабатывать стопы, как обеспечение увеличивать, там, использовать рыночные заявки, не использовать рыночные заявки. Ну, то есть определенная дискуссия вот, профессиональная именно в части брокериджа в условиях того, что время торгов расширяется, инструментарий увеличивается, и клиентов не надо наказывать. В ситуациях, когда, в общем, происходят некоторые нерыночные изменения цен, такие ситуации возможны. Собственно говоря, ну, это такая специфическая дискуссия, которая там уже регулятор тоже отчасти затрагивает, но мне кажется, хотелось бы, чтобы индустрия сама с этим разобралась до того, как регулятор что-нибудь напишет. Ну и мне кажется, для нас всех, в общем, я согласен с оценкой Романа в части потенциала роста, но мне кажется, что то, что сейчас происходит на рынке бондов, создает реально очень большие риски для клиентов. Ну как бы мы находимся в ситуации беспрецедентно низких ставок, и в общем, ну как бы мы понимаем, что они будут уменьшаться. Я думаю, что, во-первых, клиенты, ну, не очень готовы вообще к таким доходностям, которые там, сейчас мы видим и еще увидим, видимо, меньше. Но самое главное, что это создает предпосылки, если прилетит какой-нибудь черный лебедь, то можем, ну, как бы все окажутся в достаточно сложной ситуации. Поэтому я бы вот все-таки в части, когда мы вот там про бондизацию и про все остальное говорим, я бы, ну, был очень осторожен. Потому что мне кажется, что потенциал прилетящего черного лебедя может, и это как раз может, там, если мы говорим про, там, что может негативно отразиться на клиентах, вот подобного рода лебедь может там, через пару лет всех там, клиентов в бондах получить отрицательную переоценку, и это будет, в общем, грустно. Ну, как бы. Поэтому я бы вот все-таки, ну, если думал про то, что может негативно повлиять на клиентов, ну, мне кажется, что в этой части есть определенный риск. И второе, это неизбежно сейчас будет подталкивать клиентов искать другие альтернативы. Ну, вот, даже сейчас клиенты, в общем, шестую, седьмую доходность все, ну, как бы, ищут. А если сейчас ставки еще упадут, ну, то есть это значит, что клиенты еще больше будут искать альтернативу простых продуктов, в которые мы их пытаемся сейчас засадить. Но они просто сами будут протестовать, и самое главное, что эти самые простые продукты могут быть для них самыми рискованными, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе. Ну вот я. Роман, спасибо. Я не думаю, что нужно комментировать сегрегацию. Мне кажется, что на сегодня Роман прав, когда сказал, что не зря мы приехали на Урал, если договорились хотя бы об этом.
нам предстоит более детальное обсуждение этой темы. В этом формате невозможно объяснить, о чем идет речь. Нам нужно, правда, увидеть текст. Поэтому, Саш, я тебя пытаюсь освободить от необходимости комментировать. А вот тему ETF-ов я бы Валеру попросил, может быть, очень коротко прокомментировать. После этого я попрошу выступить Сергея Золотарева и, наверное, смогу предоставить слово паре еще человек, только максимум. Уважаемые друзья, решите, кто из вас еще хочет высказаться. Спасибо. Коллеги, пару слов буквально. Мы уже запланировали на следующей итерации внесение изменений в положение 580П, которое регулирует инвестирование пенсионных накоплений, НПФ, в том числе предусмотреть ряд изменений, которые расширят возможности по инвестированию в ETF и в БПИФы тоже. То есть БПИФы там в принципе сейчас не разрешены, мы планируем это разрешить. В части ETF-ов у нас там предусмотрен закрытый список, в который могут быть инвестированы пенсионные накопления ETF-ов. Это было обусловлено редакцией 75-го закона. В прошлом году эта редакция поменялась. Теперь мы устанавливаем не список, а требования к иностранным фондам, которые могут быть инвестированы в пенсионные накопления. Соответственно, соответствующие требования мы планируем установить и, ну, полагаем, что это расширит потенциальный перечень ETF, в которые могут быть инвестированы в пенсионные деньги. Спасибо. Спасибо. Сергей? Добрый день еще раз, коллеги. На круглом столе практически ничего не было сказано про инвестсоветников, поэтому я хотел бы два вопроса буквально в качестве заострения внимания. Значит, если я правильно помню, целями введения этой индустрии было в том числе причесать индустрию серого доверительного управления. В результате мы причесали все, что касается внутри профессиональных участников рынка ценных бумаг, но это никоим образом фактически не коснулось тех, кто должен был стать инвестсоветниками и управлять денежными средствами других клиентов, не беря их себе в ДУ, а оставляя их на счетах у других брокеров. Я понимаю, что это еще впереди, как мне неоднократно говорили, моя цель – заострить еще раз на этом внимание. Потому что то, как это сделано в мире, когда, ограничивая объем средств, ограничивая количество клиентов, люди, обладая соответствующими квалификациями и будучи инвестсоветниками, могут управлять денежными средствами. Я надеюсь, что у нас все это еще впереди. Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее. Это первое. Второе замечание, оно почти про это же. То, как у нас введена аккредитация программного обеспечения, это не только мое мнение, пообщавшись с коллегами, мне кажется, что у всех складывается ощущение, что нам все-таки придется менять вектор аккредитации этого программного обеспечения. Не добавлять туда что-то, не изменять именно то, как это сейчас написано, а именно менять вектор. Такое ощущение, что все-таки, когда это все писалось, представлялось очень узкая реализация программного обеспечения, которое может быть на котором может быть осуществляться автоследование и автоконсультирование. На самом деле спектр возможных вариантов программного обеспечения настолько широк, что засунуть его в какие-то нормативные акты практически невозможно. Скорее всего, нужно описывать принципы, под которыми инвестсоветники подписываются, и все. И последнее, продолжая, скорее уже не про инвестсоветников, продолжая тему недостатка инструментов на российском фондовом рынке и поддержав, наверное, то, что Андрей говорил, я хочу заострить внимание того, как сегодня происходит листинг или как он не происходит. Значит, фактически в России сейчас 1300 ПАО, из них менее 300 в листинге, 1000 организаций должна стать в листинг к 1 июля 2020 года. Осталось совсем мало времени, это закон. А они этого сделать не смогут, практически все, потому что Московская биржа в открытую говорит, что нам не нужны компании в листинге, которым кто-то, злые дядьки, я правда не знаю, откуда они возьмутся на Московской бирже, придут и начнут манипулировать акциями. Я думаю, что это не повод на самом деле отказываться от листинга акционерных обществ, а это повод просто задуматься о том, как бы вот эту тему манипулирования негативных практик в торговле совместить все-таки или совместить с правилами торгов и допустить те ПАО, которые хотят, в листинг российских бирж. Я, конечно, понимаю, что не одна биржа, но все-таки хотелось бы, чтобы ликвидность была и инструменты появлялись. Спасибо. Спасибо. И
Борис, ты хотел высказаться, заодно можешь высказаться по этому поводу. Да, спасибо большое. Я бы хотел, к сожалению, Владислав ушел, также добавить к выступлению Романа. На самом деле та революция, которую мы видим, в частности на американском рынке, она произошла давно, она произошла в тот момент, когда за клиентский флоу начали платить. И это произошло давно. Если вы откроете сейчас отчет любого крупного брокера в США, доля комиссионных прямых доходов там будет у некоторых сильно в районе 10%. То есть то, от чего они отказались, это малая абсолютно доля, которую они получают в доходах. Теперь следующий вопрос. Безусловно, все, о чем мы здесь говорим, и то законодательство, которое сейчас прошло первое чтение о брокерской деятельности, все нацелено на то, чтобы предоставить клиенту качественный сервис. Соответственно, вопрос заключается в следующем, что если брокер, как изначально комиссионер, который работает за комиссию в рамках интересов клиентов от своего имени, за средства клиента, если он не получает эту комиссию напрямую, а получает от 10 провайдеров электронных площадок, насколько он объективен в том решении, куда направлять этот флоу. Хорошо, когда это функционирует на рынке таком развитом, как США, когда, безусловно, ультраликвидность, возможность исполнить на любой объем без проблем. Вопрос в том, что это требует большого-большого регулирования, потому что это абсолютно темная зона, когда клиент ни за что формально не платит, и потом возникают вопросы, насколько вот эти best execution policy исполнялись качественно и строго в соответствии с интересами клиента. В Европе, допустим, достаточно большой объем фондов изначально сразу же отказываются. Это с прошлого года тенденция пошла, они отказываются от возможности исполнения систематик интерналайзерах, потому что они не понимают, какая процедура, какое ценообразование и как исполняются их поручения. Это вопрос к тому, что все, что делается в интересах клиентов, хорошо, но, безусловно, это требует определенного дополнительного разъяснения, чтобы не было той или иной заинтересованности или возможности использовать это в своих интересах. Что касается комментария, безусловно, мы сталкиваемся с такими ситуациями, и мы уже внедрили, обсуждали на комитете технологию по взаимодействию с участниками, противодействию вот этим манипулятивным и, по сути, дестабилизирующим действиям отдельных конечных клиентов, которые приводят к тому, что низкие и среднеликвидные ценные бумаги могут очень сильно отклоняться в своей цене. Мы уже на протяжении полугода вводим ограничения на движение ценных бумаг, по которым такие движения происходят необоснованно, направляем информацию брокерам, уведомляем эмитента, сразу же эмитенту говорим, что мы вам рекомендуем поставить одного маркетмейкера, второго маркетмейкера, мы вам рекомендуем пообщаться с вашими акционерами и так далее и тому подобное. Все это работает и показывает достаточно позитивный результат. Поэтому, безусловно, мы, так как являемся инфраструктурной организацией, заинтересованы в большем количестве качественных эмитентов, поэтому здесь никакого противодействия абсолютно нет. Спасибо большое. Жень, Михаил, может быть, грешно присоединиться к нам и не высказаться. Жень, ты? Буквально два слова. Смотрите, сегодня, когда мы обсуждали тему инвестиционных советников, то вскользь коснулись темы конфликта интересов. А в действительности это вопрос очень серьезный, господа. То есть инвестсоветник и, с другой стороны, брокер там, и управляющий, сами понимаете, это прямой конфликт интересов. Мы как-то стыдливо обходим эту сторону, вот этот вопрос. А он действительно очень серьезный. Решение его, как мне кажется, только одно. Это институт независимых инвестиционных советников, на который просто я бы рекомендовал именно обратить центр тяжести в работе по инвестиционному консультированию. Все, потому что это решение любого конфликта. Все, спасибо. Я бы сказал так, что не зря навели порядок этот у брокеров тоже, потому что размежевать деятельность селзов и инвестиционных советников было, может быть, наиболее реальной проблемой на фондовом рынке существующей. Это безотносительно, я не спорю с тем, что этому институту присущий конфликт интересов и регулирование этого конфликта интересов
эти усилия направлены тоже. Второе, я просто... Очень многие, кто говорят сегодня о том, что и они были вынуждены уйти в серую зону из недостатков, недостаточного решения, недостаточно удовлетворительного решения, я не считаю, что они в самом деле являются инвестиционными советниками. И когда проблемы, которых они говорят как о препятствии к легализации, будут решены, я не уверен, что мы будем рады их легализации или что они на такую легализацию пойдут. Но есть немало людей, которых мы бы приветствовали в этом качестве, ради которых мы трудимся, устраняя вот эти препятствия, НДС, контролеры лишнего, 115-й закон. И этим занимается Науфор в настоящее время. Которых мы будем рады видеть в качестве инвестиционных советников, специализированных, не обязательно независимых, кстати говоря. Они тоже вполне себе могут быть агентами различных финансовых организаций, поэтому независимыми они не будут, специализированными, да, точно. Вот таким мы будем рады, а среди них, чем больше среди них будет независимых, тем больше мы будем рады независимым, это правда. С точки зрения конфликта интересов, вот плохо не то, что он есть, и он всегда будет, это нормально. Плохо, когда им не управляют, не раскрывают информацию, это плохо. Да? Мне кажется, надо просто немножко другую культуру формировать, и у нас все будет хорошо. Да. Я в Деда Михаил... Мороза тоже верил. Михаил. Спасибо. Может быть, подытоживая, я хочу сказать так, что наблюдая за реакцией, в первую очередь, наших клиентов, я могу сказать, что за последние годы очень резко вырос вес лицензий от нашего регулятора. И вот мы гордимся каждой из наших 4 лицензий, потому что если там 5-6 лет назад ты говорил, что у тебя лицензия ЦБ, это было примерно как там ЦБ Зимбабве или Никарагуа, да, то сейчас регулятор у нас такой, что очень многие клиенты говорят, да, здорово, это хорошо, что у вас такие лицензии. А возвращаясь там к теме, которую поднял Сергей, я могу сказать так, извините за аллегорию, я когда был в свое время там от компании «Русские фонды» президентом Рамблера, и когда я пришел к ребятам там из физфака МГУ, они мне сказали, ты знаешь, вот тут со своими банковскими замашками не надо нас тут вот строить, у нас тут такая синергия, ты понимаешь, что интернет – это такое дело, такое все очень тонкое. Я подумал, наверное, да, там отчеты, все как-то не то. А потом я вспомнил, что я физтех закончил, кандидат в физмат-наук, и у меня там второе высшее. И я сказал, ребята, давайте-ка мы все будем писать отчеты, регулировать программы и так далее. И все как зайки начали писать отчеты и программный код там упаковывать в системные продукты. И я могу сказать так, что то, что делает сейчас ЦБ, если там у него недостаточно сил, как у регулятора, разобраться в этом глубоко, то он передал это... СРО и то, что делает СРО, да, вот начинали мы с того, что привезите нам на флешке программу, а закончили с тем, что мы реально развернули там действующий комплекс там с реальными данными там одного торгового дня и боевыми там алгоритмами, которые стоят в торгах, и это вот тот самый вес, который продает лицензиям, и спасибо за это и Науфру, что он прилагает эти усилия. И я думаю, что обязательно надо, Сергей, лицензировать программу, потому что иначе мы вернемся опять, что это некое там чудо, которое там творится внутри, да, мы соответствуем некоторым требованиям регулятора, а что в реальности покупает клиент, мы не знаем. А благодаря вот этому глубокому погружению я могу сказать, что существует доверие к лицензиям, и оно появляется, и не надо его терять. Вот тезис очень простой. Спасибо большое. Теперь я хотел бы попросить Ларису Константиновну резюмировать, как она видит. Как бы она подвела или, может быть, да, резюмировала. Знаете, вы очень много накидали вопросов, и действительно не все вопросы касаются нашего департамента, поэтому вот первое, что бы я предложила Науфору ближайшей конференции, которую вы говорите в Москве, немножко расширить ее формат. Но для этого вам нужно собрать вот по всем вопросам, касающимся других подразделений, заранее, и направить этим подразделением предложение участия в этой конференции и уже направить им вопросы, которые отрасль задает именно этим подразделениям. Тогда будет и интересный диалог с департаментом вот, Зимина, где, вот, которые занимаются, курируют технологии. Вам давно пора уже с ним встретиться и посмотреть друг на друга. Он совершенно нормальный молодой человек очень. Но есть, он кстати, просто мы с ним регулярно общаемся. Ну, еще раз, на конференцию
И на конференции у вас тоже был. Вот еще раз, сейчас вы ставите вопрос, что надо финтех, надо проекты. Вот вы дайте ему уже готовые предложения, какие бы проекты вы хотели уже диалог вот с этим начать, чтобы он погружался в проблемы отрасли. Понимаете, когда они приходят, они могут немножко и услышать о том, что в отрасли происходит. То, что касается Андрея Салащенко сказал о том, что надо сокращать поток, связанные с рассмотрением жалоб. Вот вас, наверное, уже услышал Михаил Валерьевич, потому что вот буквально недавно от него пришли предложения действительно вести претензионный порядок. То есть сначала клиенты обращаются в компанию, а потом уже, если вы их не удовлетворили, в службу. Мы все поддерживаем. Да, реально. Вот, поэтому, если я надеюсь, что это пойдет, потому что мы все это поддерживаем, прекрасно понимаем, что действительно служба вынуждена генерить вот эти вот запросы, потому что ну, они обязаны рассмотреть каждую жалобу. Вот. То, что касается отчетности, тоже, пожалуйста, сформулируйте и пригласите на конференцию, поговорите вообще с отчетностью, почему все время идут поправки, вот это корректировки в XBRL. Я, честно говоря, не знаю, это не наша тема, хочется вам помочь, не знаю просто чем. И только сформулируйте заранее сначала письмо по этой теме, чтобы коллеги уже смогли вам на это ответить. И аналогично там же вот эти все отчетности по статистике, которые возникают, надо вам вот и этот департамент, который собирает статистику, исключительно тоже включить в какой-то ваш диалог, чтобы вы нашли, наверное, одну точку соприкосновения, в каком виде это может быть. То, что касается КОАПа, наши предложения уже были 3 года назад инициированы, вот чтобы все это поправить, чтобы мы не возбуждались вообще по каждому поводу, ненужного никому, пока не получается. Здесь тоже, кстати, инициатива, я не знаю, насколько там сейчас вот движение с КОАПом, опять вроде что-то, какой-то ветер подул, вроде, может быть, реализуется. Регулирование инструмента, вопрос, связанный с листингом и того, что действительно должны допускаться новые инструменты, но они должны правильно оцениваться быть. Тоже могу сказать, что Валерий Владимирович, он лях, да, уже давно ведет сейчас, начал очень большой проект в Банке России, но пока он обсуждался все время внутри банка, у председателя она несколько раз собирала для обсуждения этих вопросов. И я думаю, что сейчас уже какие-то подходы у него вырисовались, тоже можете поинтересоваться у него, в какую сторону. Это речь идет о критериях там, активного рынка. Тоже может выступить с этой темой. Это я вот вам просто накидываю то, что вы вот говорите, а это не совсем наша тема, но люди, которые этим владеют, они этим занимаются. Поэтому вам надо сформулировать и пригласить их, они вам все это расскажут. То, что касается закрытия клиентов на срочном рынке, мы направили в СРО результаты своих исследований того, как у вас внутри организована формализация вот маржиналки. Есть еще куда вам двигаться. Я думаю, что вы внутри в состоянии решить эти проблемы, чтобы не выносить их действительно на уровень регулирования. И то, что касается конфликта интересов вообще профессиональных участников, да, я считаю, что сейчас вот мои коллеги подготовили даже концепцию, да, нормативного акта по конфликту интересов, где они вот суммировали вообще все те проблемы, которые возникли, и с учетом тех поправок, которые сейчас обсуждается в закон о брокерской деятельности, но с ними вы уже знакомы, да? Я думаю, что тоже можно будет до рынка донести вот, концепцию вообще конфликта интересов, потому что тема сложная, мы ее только начали нащупывать в рамках надзора, у нас, конечно, ничего, кроме как мотивированного суждения о том, что он присутствует, и желание вас сказать, да, присутствует, но мы типа им управляем, а когда мы задаем вопрос, как вы управляете, на это ответа пока не получаем.
Вот. Есть о чем поговорить. Я думаю, что вообще конфликт интересов – это тема для отдельного обсуждения, и тоже к ней надо подготовиться с обеих сторон. В целом, я считаю, что мы позитивно с вами обсудили все эти проблемы. Я думаю, что Науфор аккумулирует все эти вопросы, которые вы поставили, раздаст их по темам различных подразделений, и просто надо уже по ним получать конкретные фидбэки от Банка России. Спасибо большое. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, дорогие друзья, на этом позвольте завершить нашу конференцию. Большое вам спасибо за нашу конференцию. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо.